Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Рад вас всех приветствовать на нашем третьем всероссийском интернет-марафоне «Огород от А до Я». И сегодня у нас будет, сегодня у нас, во-первых, как я уже говорил в самом начале нашей сегодняшней встречи, у нас сегодня предпоследнее занятие, предпоследний семинар наш на марафоне. И выступать сегодня будет Юрий Андреевич Фролов. Многие его знают, потому что выступает он на многих конференциях, и на нашем марафоне он выступает уже не первый раз. Так, но подробно о себе Юрий Андреевич расскажет в небольшом вступительном слове, а я вам озвучу тему сегодняшнего семинара. Это секрет создания здоровой почвы как источника богатых и полезных для всей семьи урожаев. Тема актуальная, были уже и письма на эту тему, и в чате, в комментариях люди писали, что тема интересная, тема актуальная. Да, действительно, это так. Сегодня будет море информации, приготовьтесь записывать. И в конце будет анонс записи одного из семинаров, который Юрий Андреевич проводил в своем хозяйстве в Тверской области. Это был двухдневный семинар. Есть запись полноценного этого аграрного семинара. В конце обязательно дождитесь, будет возможность получить запись этого двухдневного семинара. Так, ну а сейчас я, собственно, подключу Юрия Андреевича. Так, Юрий Андреевич, меня слышно? Да, да, Игорь, прекрасно слышно. Юрий Андреевич, слышно меня? Да, 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 да. Так, отлично. Вы в эфире. Я сейчас переключу камеру на вас. Угу. Так, все, вы полноценно в эфире, вас видно и слышно. Дорогие друзья, у меня просьба к вам, пока Юрий Андреевич будет небольшое вступительное о себе слово говорить, поставьте, пожалуйста, в чат цифру от 1 до 10, как вам будет видно и слышно Юрия Андреевича. Также, Юрий Андреевич, я буду находиться рядом. Если какие-то вопросы возникнут, я всегда вам подскажу. Да, конечно, отлично. Да, все отлично, вы в эфире. Ну, добрый день, добрый вечер, вернее, дорогие друзья. У всех у нас с вами разное время, у меня по московскому, ну, а у вас кто как где находится. География огромная, знаю. Ну, в общем, давайте немножко о себе пару слов, а потом переключусь на интересную презентацию, вернее, приготовьтесь увидеть сегодня не менее 170 фотографий. Я буду комментировать, рассказывать о очень важной теме, которая является основополагающей для любой темы, скажем, связанные с огородничеством, с садоводством, с выращиванием там, рассады, взрослых деревьев, хоть тропических пальм в теплицах, чего угодно. Это основа основ здоровья растений, именно плодородной почвы. Вот как ее получить, что такое почва вообще, что такое плодородие, как здесь связаны с плодородием почвенные микроорганизмы, черви и так далее, и что такое микоризы грибов, о чем еще пока, ну так, по крайней мере, подробно на данной конференции не говорили, я вам сегодня расскажу. И поговорим и о рассаде, и о перевозке, транспортировке, о посадке и пересадке, чтобы приживаемость была высокой, быстрый темп роста. Что для этого необходимо сделать? Простым способом, каждый на своем участке, неважно, две сотки у вас, там маленькая тепличка, огромная, зимний сад гигантский, или, так сказать, у вас там 100 гектар. Это вопрос только лишь масштабирования. Вот обо всем этом мы поговорим с вами. Зовут меня Фролов Юрий Андреевич, я биолог, я эколог, специалист по водным системам, более 20 направлений вида деятельности у меня, и все это связано с живой природой. Собственно, всю жизнь я с самого детства занимался ей, и, так сказать, в области зоологии. Вы обо мне можете посмотреть очень подробно, кому будет интересна информацию, в моем главном сайте, блоге, который называется youfrolov.ru, или в Яндекс Фролов Юрий Андреевич набиваете, первое место увидите. Этот блог многопрофильный, по здоровью и так далее, но с него вы можете перейти на мои любые другие проекты, в частности, клуб органического земледелия и прочее, это левая колонка, другие проекты, раздел. Найдете, перейдете, все. Теперь, значит, давайте небольшой регламент. У нас всего 2 часа, это очень мало. Даже таким темпом, как сейчас я говорю, причем четко упорядоченно, структурировано, это все равно мало. Поэтому мне надо уложиться, чтобы дать вам очень большой объем информации важной, где каждый нюанс на вес золота. А вы обязательно или записываете, ну или получите это все в записи, как вам наши уважаемые организаторы это рекомендуют сделать. Теперь, значит, регламент такой. Вначале я переключаю вас на фото, показываю, вы смотрите. Второе. Мы делаем маленький такой перерыв технический. Я вам немного отдыхаете от той информации, что я вам говорю, и воспринимаете тот вот, ту интересный, тот инфопродукт, который я вам сегодня предложу в конце.
А дальше я буду отвечать на ваши вопросы, будет, что называется, самое интересное. Обычно я провожу вот таким образом в разных своих местах у себя в Подмосковье. Сейчас я, кстати, переехал на новое свое хозяйство, построенное в Пушкинские горы, где я построил эко-отель, а главное, такой центр, где как раз обучать буду вот приемам разным по эко-строительству, а главное, по аграрным технологиям, по органическому земледелию. И вот, значит, вот такие встречи я организую периодически. Вот я показываю и рассказываю не только на видео, там, фотоматериалы и прочее, комментирую, а, естественно, практический навык даю, то есть пора повозиться в земле, посмотреть вот непосредственно, как, значит, работать с семенами и прочее, ну, смотря какая тема. Ну вот, чтобы был такой великолепный огород по так называемой пермакультуре, ну, вы, наверное, слышали о Сеппе Хольстере и о аналогичных революционерах в области, так сказать, аграрного такого симбиозного земледелия, да, где живая природа, где дикие травы и вот, так сказать, огороды. Ну вот как раз вот об этом мы и будем говорить. Причем, обратите внимание, все здоровые, значит, и, кстати, сразу вот некоторые говорили, мыши грызут, грызли, чернокорень по периметру обсаживаете грядок, и никаких мышей не будет, и грызть ничего никто не будет. Так, что касается, я сторонник, сразу скажу, абсолютно экологически чистых приемов и методов, то есть, например, деревянные доски, которые, скажем, являются оградами для грядок, высоких грядок, о которых я буду рассказывать тоже, ни в коем случае никакими там пенотексами и прочей химией, естественно, обрабатывать нельзя. Я вам скажу кучу сегодня аналогов, чтобы они служили дольше, я имею в виду древесины, если жалко нее, да? Ну, вот это вот, скажем, поговорим немного о вот такой рассаде. Естественно, я не смогу рассказать все, сами понимаете, время ограничено, однако вот, значит, далее мы поговорим вот, чтобы почва была здоровая, чтобы именно на здоровой почве были вот такие хорошие разные плоды, вот такие вот, соответственно, перчики, там, томаты, это все вот снимки с моих хозяйств, съемка. И у меня фотографии, кроме одной из почти 200, все мои, лично мной сняты, вот такая великолепная капуста, обратите внимание, неповрежденные листья, да, ни одной дырочки. А вот, кстати, моя жена снимает у меня в мансарде на третьем этаже, это в доме под Москвой, где вот мы жили с 99-го, а сейчас переехали в Пушкинские горы. Тем не менее, снимок старый, года три ему. Обратите внимание, это вот третий этаж, тут катки деревянные стоят. Не вот эти малюсенькие горшочки мышкой показываю, а под ними. Ну, их не особо видно. Так вот, видите, лиана огурцов, посмотрите, какие, сколько маленьких, которые завязываются. Вот, посмотрите, огромные. Вот уже большие, вот они висят, вот скрытые. Тоже какой плодородие. Хотя света здесь почти нет, кроме специального искусственного. Я очень много экспериментировал с досветками. И тоже вам порекомендую определенные лампы. Чуть позже не забуду. Не забуду. Вот такие урожаи можно получать, если почва здесь качественное, хорошее. Что такое качественное? Вот все эти критерии мы разберем. Ну, это участок у забора, где в моем хозяйстве, в экопоселении, основателем которого я, кстати, являюсь в Тверской области, в Ржевском районе. Вот здесь вот ежемалина показана, вот такие густые заросли. Вот, а это бананы. У меня много направлений деятельности. Это бананы в теплице, вернее, в зимнем саду, который пристроен к техническому строению. У меня, опять-таки же, вот в Тверской области, да? Вот, видите, много отростков пошло. Значит, вот, пожалуйста, разные мылющие там орехи. Это так, дубы в горшочках. Значит, и недаром, кстати, вот такая серебристая здесь поверхность. Это такой рифленый термофол с фольгированным слоем, который отражает свет. И мы даем плюс 30-40% прибавки остатка света в теплице, если она пристроена к строению одной или несколькими сторонами. Ну, будут вопросы, если даже что-то я недорасскажу, а пока подождите, не пишите, как я уже говорил, будет много всего, я вам и сам так расскажу. Это вот у меня, например, гинго-билоба. Уже сегодня, ну, уже, скажем, этом год, это уже четвертая зима, которую перезимовали, я никакие растения никогда не накрываю. И еще бы накрывать, это же, так сказать, жизни на все не хватит. Поэтому я занимаюсь только тем и адаптирую, делая микроклимат, ловушки тепловые и прочие хитрости, чтобы, так сказать, вот, например, метасеквоя, да, это, так сказать, вот знаете, может, секвоя-дендры, метасеквоя, это самое крупное высокое дерево, до 130 метров растут в природе. Самый крупный экземпляр просчитан был теоретически 3500 кубометров древесины в одном дереве. Вот такие интересные из Америки. Значит, вот в нашем климате до минус 30 были зимы, спокойно переживают. Ну, это вот, так сказать, что на хорошей почве бывает, да? Вот базилик, метр куст в теплице. Вот лимон, больше килограмма весом, это
Майерс сорт, у меня их очень много. Вот, кстати, он же на фотографии показан внизу. И вот, кстати, в теплице, в зимнем саду, вернее, рекордный прирост лимона у меня был 1,30 м за один сезон. И вот посмотрите, когда вот была тропическая часть того зимнего сада, о котором я немножко скажу потом, да, после главной нашей сегодняшней темы с вами по томатам. Кстати, вот томаты на заднем ряду, видите, вот висят плоды. И вот в этой в одной теплице, пожалуйста, казалось бы, вроде бы влажность, томаты не очень любят влажность, но хочу вам сказать очень важную вещь. Если идеальная почва, если она очень качественная, то тогда прощаются очень многие ошибки, либо иные факторы, которые вроде бы отрицательно влияют на данную культуру, но при очень стабильной почве это нивелируется. Вот тут папайя мы видим на переднем плане, другие разные растения, бананы и прочее, прочее. Тут же и годжи и так далее. Ну и вот новое мое хозяйство, это фотографии, так сказать, недельной давности, сегодняшние покажу фото, что у меня сейчас вот какие изменения, да. Значит, а вот это я очень не советую жечь почву. Специально вытащил такую фото, как-то остановился, фотографировал, потому что не только уничтожаются, значит, там уже вылезшие, возможно, проснувшиеся насекомые, так сказать, и обгорают стволы, и маленькие деревицы не могут вырасти, сгорают, да и порой, значит, пожары могут быть и так далее. Вот это ни в коем случае не делайте. У нас очень любят в стране, к сожалению, этим заниматься. Вот это я делать категорически не советую. Значит, так, а теперь убираю вот эту презентационную вот эту, так сказать, переключусь сейчас с вами на другую, одну секундочку буквально, переключусь с вами на другой кадр, сейчас, и пойдем с вами дальше. Так, вот с вами сейчас пойдем. Так, теперь закроем. Раздвинем. Теперь, я думаю, видно меня. Юрий Андреевич, видно пока только папку с фотографиями. Так, слушайте, папку с фотографиями. Одну секундочку. А вот так. Лучше так сделать. Да, вот было сейчас отлично видно. Хорошо. Сейчас, секундочку. Должно быть видно, по идее. Нет, пока не видно вообще. Еще раз сделайте такой же. Сейчас да. Сделаю. Так, пока. Вот. Да, все, можете переключать просто фотографии, все видно. Ну, все вот так нормально, да? Да, прекрасно. Отлично, продолжаем. Сейчас вот это уберу. Продолжаем. Так, дорогие друзья, перед вами кадр. Тут все, мы говорим сразу и о почве, о мульче, обо всем. Вот посмотрите, солома, в данном случае ржаная, не так это важно, просто у нас для экостроительства применялась ржаная солома, было много тюков, и поэтому мы мульчировали определенное время именно ржаной соломой. О мульче, конечно, прошлые наши спикеры тоже упоминали, многое говорили интересно, полезно. Я попытаюсь эту тему развить и ее, так сказать, в многообразном спектре сейчас до вас донести, уникальность вообще самой мульчи. И посмотрите, вы видите в ней черви. Черви, конечно, как говорится, тут и Вернадского надо вспомнить, что они делают в биосфере. Необходимейший компонент, без которого бы не было бы вообще почвы как таковой. Плодородный слой почвы, вот этот биогумус, он формируется, как вы знаете, в верхнем слое, где идет в основном аэробный процесс, то есть богатство кислорода в верхнем слое почвы. Естественно, кислорода доза выше, чем в нижнем, а аэробные бактерии, которые любят кислород, они активно тоже разлагают органические вещества. Естественно, черви, естественно, грибницы, грибов, которые, кстати, в природе с растениями высшими, да, с древесно-кустарниковыми, с любыми образуют такие, значит, соединения гиф и грибов с корневой системой, микоризы, образуют вот эти вот связи, благодаря которым, это симбиотические связи, значит, во-первых, углеводы поставляются грибнице, а она поставляет, во-первых, растениям природные антибиотики уникальные, фитогормоны роста, которые растения могут в разы ускориться развитием. При этом впервые было обнаружено, измерено, когда один симбиотический гриб японцами был выделен из риса, значит, в связи с рисом рос. Так вот, его синтезировали, гибериллин такой специальный, его назвали этот гормон растительный. Так вот,
когда его выделяли естественным путем из риса, ускорял темп роста растений до 80 раз. Его пытались синтезировать и формулу повторили, но не смогли повторить вот это вот как ключик к замку. То есть мало формулы, мало просто повторить набор элементов. Здесь еще, конечно, важна пространственная изомерация, это сложная уже отдельная тема биологическая, которая там будет интересно, останется время отвечу. Но так вот, суть в том, что можно управлять этим процессом. Мы же со своей, значит, как можем в малом масштабе, когда у нас есть какая-то органика, она перегнивает, и мы, допустим, простым путем из леса, из разных типов леса, но широколиственных обязательно, где лиственные породы, да, не хвойные, взяли различные виды почвы, перемешали эту почву, верхний слой почвы, сантиметров 5-7, с нашим компостом, неважно, там, нарубленной соломой, которая лежит, и мы ее потом будем и поливать, и накрывать, например, там, значит, можно полиэтиленом для ускорения, только не всю, чтобы не убить червей, а там частично, там, не более 1/3 поверхности, а можно так оставить. И в данном случае мы накрываем наши грядки между стволами тех культур, которые мы посадили, стеблями, мы накрываем толстым, до 10, мы даже больше слоя сантиметров накрываем вот соломой. И, разумеется, это может быть щепа. Про щепу я чуть дальше вам скажу. И здесь вот видите, уже солома часть уже превратилась в почву. Она всегда почва рыхлая, не перегревается, влажная. И это сбережение влаги в теплице, у растения, да, или на грядке. Соответственно, меньше надо поливать. И это рыхлая почва, значит, для корней достаточно кислорода. Это богатая, значит, органическая почва, если изначально она у вас, ну, хоть маломальски плодородна, а потом вы ее поддерживаете вот таким образом, накладыванием соломы. Можно сено скошенное, значит, допустим, это класть, да, и так далее, и так далее. А вот смотрите дальше на следующем кадре. Это одна из моих теплиц, вот тоже в хозяйстве в Тверской области, где вот мы как раз видим, две доски 150 мм, каждая 300, то есть 30 сантиметров высотой, такие вот грядки. Вот это стандартная 6x3 теплица, которую мы одного из известных производителей покупали, такие они мне нравились, усиленные. Сейчас немного другие выбрали, и вообще-то мы их делаем сами. Немножко о них я тоже вам обязательно расскажу. Вот они изолированы от внешней стены, а стена внешняя тоже брус 150 в данном случае, на котором каркас западлицо стоит, вода стекает, он не мокнет. Между ними 5-7 сантиметров воздушной такой прослойки. В данном случае туда попала земля, вообще обычный воздух. И тем самым двойная теплоизоляция. Тут поставим маленькую печку, можно продлить на 2 месяца сезон. А можно, как знаете, ставят бочки с водой или аквариумы старые, если у кого есть. Я вот аквариумист, поэтому из оргстекла у нас очень много аквариумов. А кто-то бочки железные. Вода нагретая в межсезонье, вот как сейчас, например, ночью может быть заморозок, а бочка 200-литровая в такой теплице уже на 3, 4, даже 5 градусов не даст, вот как буфер, да, большой, не даст температуре упасть до минуса, чтобы можно было раньше на месяц посадить, даже уже в начале апреля можно было бы, по погоде сейчас климат тем более меняется, раньше уже идет тепло. Более того, грядка приподнятая, а не находящаяся на уровне общей почвы, да, на 20 там, сантиметров просто такая грядочка, а вот такая вот отдельно стоящая, это тоже термомасса. Она быстрее нагревается и дольше держит тепло, если уже поликарбонатом покрыто, как вот соседний, здесь просто такой снимок. А вот это ни в коем случае, конечно, это убийство почвы. Это просто пример с поля классического в данном случае картофель, когда монокультура, во-первых, монокультура одна засеяна, гектары – это вредители, тут нет защиты растений, никто их не поддерживает, потому что в природе одно растение поддерживает другое, отдает питательные вещества, отдает такие природные фитонциды, антибиотики природные и так далее, да, которые не дают вредителям. Значит, запахи смешиваются, когда много растений, вредитель уже не может, да, так сказать, выбрать свою культуру. Амона, пожалуйста, вот бери, размножайся. Почва высушивается, высушивается. Без удобрений тут не обойтись? Нет, конечно, потому что и процесс выветривания, и, значит, в почвенные процессы-то не идут практически те, где сложные взаимосвязи, когда перегнивает листовой опад, органика. Вы знаете, как формировались эти черноземы, которые сейчас выедаются просто? Они формировались, как раз там были широколистные леса. И вот именно они дают слой вот этого биогумуса природного, слоя почвы самого полезного. Причем, если хвойный лес дает за 100 лет 1 сантиметр в среднем, вот этого слоя, который накапливается, если лес существует нормально, да, не выгорает, живет, а широколиственные леса, где в основе дуб, граб, бук, там, вяз, другие растения широколистные, липы,
они дают сантиметр за год, в 100 раз быстрее. Но мы с вами, дорогие друзья, можем этот процесс ускорить в 10 и даже 20 раз. То есть мы за год можем нарастить, если нам это надо и нам потрудиться, до 20 даже сантиметров природного вот этого биогумуса, естественно, путем нашего труда. А каким образом? Вот мы будем с вами сейчас как раз об этом и говорить. Вот снимок плодородного слоя земли, где слева вот видите такие холмики, их просто срыли, это когда-то были навозные кучи, ну, лет 25 назад в совхозе. И вот здесь крапива уже росла там по метру, по полтора, и, конечно, это плодородная почва, безусловно. Вот ее надо было не так, как сейчас весной, перелопатить, что называется, тут в данном случае плугом, трактором прошли, бараной несколько там разок. Но видите, корни, не перегнившие части, это корни крапивы в основном, они не просто так быстро перегниют. А вот если бы это осенью сделать так, значит, да, и если бы это еще укрыть сверху можно небольшим слоем там соломы, ну хотя бы даже осенью можно и так, первый год, то тогда бы это в большей части перегнило бы. Ну и здесь из-за плодородия будет хороший урожай, как потом вы увидите. А вот на тех, что называется, поднятой целине в луговой растительности, вот слева картошка, здесь салат разный, да, значит, прекрасно растет, но, конечно, потом пришлось сюда культурить. Вот этот же кадр через там 2 года, грубо говоря, это место, вернее, когда уже, ну, тут примитивные из дюймовочки, из тонкой доски такие грядки, они еще некрасивые, надо было быстро сделать, чтобы было под рукой, как говорится. Вот лук дальше, ну и пошло много-много растений. Причем даже в зависимости от культуры и прополки. Хотя, конечно, скобой метлайзер или там каким-нибудь плоскорезом Фокина удобно пройтись, не нагибаясь, там что-то сделать. Но где вот уже крупный чеснок, это и не нужно, поэтому смотря какая культура. Ясно, что с морковкой этот вариант не пройдет. А вот тот самый спанбон, тот самый материал укрывной, нетканный, который, кстати, я все-таки рекомендую. Но он есть, знаете, как 40 там, грамм на, считается, то есть 40-й и 60-й покрепче. Он прослужит дольше, хотя меньше света пропускает, тут нужно понимать. А так, если брать совсем тонкий, видите, как он буквально сезон служит, не совсем экономично. Кстати, в конце я вам скажу, наверняка же вы это покупали где-нибудь на рынках, в магазинах, я вам скажу, где можно покупать и как это делать раза в 3, в 4, в 5 дешевле. Так, значит, вот идем с вами. А это картошка. Уже смотрите, как выращено. Ни одного сорнячка, да? Причем, я уверяю вас, их вообще не дергали здесь. Вот, ну, вот чуть-чуть, видите, вот здесь травки я вот сказал, а тут проросло. Вот здесь, может быть, один, значит, этот одуванчик. Вот посмотрите, да? Вот, а здесь поле, то, которое я несколько кадров назад показывал, кусочек, да, где вот картошка взошла с сорнячками немножко где-то, но тем не менее, вот вам, пожалуйста, плюс. Один раз накрыть той же соломой, толстым слоем, если даже вылезли сорнячки, вот пройти просто рукой, вытянуть, вот просто двумя пальцами можно. Там уже слабая корневая система у сорняков, видите, вот на большом так, куске тут показано, видите, практически нет сорняков, удобно. Ну, там, значит, прочие. Вот, кстати, когда мы забежали немного, я как бы вперед слайд показал, в теплице, где здесь у нас и в данном случае томаты. Вот можно сажать на нижнем ярусе, когда уже листики, ведь надо нижние листья у томатов обязательно по мере их роста отрывать друг с другом, чтобы томаты, кстати, в идеале не цеплялись листиками. Это тоже очень важно по многим причинам, в том числе, чтобы болезни не передавались или уменьшить это время передачи, чтобы вы успели заметить. Это плюс, проветриваться снизу должно. Ну и здесь можно как раз сажать то, что растет очень быстро, те же салаты. А вот вам пример высоких грядок. Кстати, это у меня в хозяйстве, где я сейчас нахожусь, в Пушкинских горах. Вот посмотрите, тут уже толстые 50-е доски, 150 на 50, казалось бы, дорого. Ну, понимаете, во-первых, куб доски, пиломатериала обычно средняя цена сейчас 6500 рублей, 6300, везде по-разному, 6-7. Но вы знаете, во-первых, это там сколько, по-моему, 44 доски такого размера, сколько можно грядок сделать. Так грядки-то эти прослужат лет 10, я уверяю вас, не меньше. А если их обработать, будет сейчас секрет, чем подручным материалом, чуть позже скажу, то еще увеличивается на несколько лет. Только важно, более того, ведь эта грядка не распирает, а то все-таки 30 сантиметров, если в два слоя делать. Удобно работать, во-первых, удобно. Во-вторых, чтобы не расперло, видите, поперек перемычка ставится и прикручивается саморезами, анодированными только, желтыми такими, снаружи. Естественно, как и углы, скрепляясь в каждой точке внутренней, да, перегородки, угол 90 градусов, где внутри любой брусочка маленький, ну, там 30 на 40, там, например, тоже саморезами, тогда она крепко прикреплена, не распирает, идеальная геометрия, красиво, удобно, она прогревается, высокая грядка, раньше, на, бывает 3 недели, бывает на месяц. Значит, в ней уже раньше
оживают те растения, если озимые какие посадили. А вот в данном случае, смотрите сверху, что у нас щепа. Здесь у меня не огородные культуры, а для моего мини-питомника, ну, может и не мини, это, значит, посажены были, посеяны под зиму разные семена клеонов, там разных видов и прочее, и прочее. И мульча для того сверху, она влажная, чтобы, во-первых, так сказать, влага оставалась, если вдруг будет сухо и бесснежно. С другой стороны, это все-таки небольшой утеплитель, потому что, значит, и через них про семена, ну, не огородных культур, да, которые маленькая семечка, с крупным семечком, где большой запас питательных веществ, там разные дубы, орехи и прочее, они, конечно, спокойно проклюнутся. И не надо их отгребать по весне, все от культуры зависит. И между рядами, посмотрите, какая черная хорошая почва, а была, кстати, еще по осени, не такая. Вот кадр, когда по осени, поздней, но это уже, знаете, фактически ведь это чуть ли не декабрь был. У нас же сейчас, видите, как меняется климат. Показаны кадры, как можно быстро, значит, если грядок много надо, буквально за несколько часов, вот за полдня было сделано, значит, 20 таких грядок, 10 с одной стороны, 10 с другой двойных. Это здесь показаны короба пошагово, как вот они ставились, здесь вот трактором. Я потом покажу подробнее. Это можно и нанять, не так дорого это стоит, там 700-1000 рублей в час. Ну, такие обычные трактора с погрузчиком 600-800 стоят, если своего нет. Но зато за несколько часов можно сделать то, что иначе придется много-много дней делать. На землю, потом ее можно уже перелопачивать или заранее подготавливать, просто перевести. Ну, вот таким образом. Кстати, щепа, как лучшая мульча, в плане того, что я вам сейчас скажу, идеально для междурядьев. То есть, если ее положить между рядками, проскакиваю, то тогда, во-первых, ходите, не мокро, грязи нет на ногах. Вот эта щепа будет что? Перегнивать постепенно, тем самым в почву поставляя питательные вещества, а ведь растения растут корни не только вниз, но и вбок. И вот это расстояние, ну, допустим, у меня вот метр грядка, метр междурядий. У меня вот эти растения культурные мои, которые будут расти, будут брать еще питательные вещества на годы вперед, вот еще из междурядьев, то есть я буду по мере их уменьшения почвы в грядках добавлять туда, там, например, из какой-нибудь компоста рядом, или даже из междурядьев можно брать и добавлять. А туда опять щепу, туда опять солому, но только не хвойные породы щепы. Хвойные, в принципе, в междурядье можно, это не страшно, нельзя их на грядке, а грядка – это только щепа, должна быть не хвойных пород, таких как осина или ольха. Желательно, конечно, только не береза, потому что деготь и смолы, которые в хвойных породах, они и закисляют почву, и антисептики, которые в том числе и препятствуют росту растений, замедляя, ну, по крайней мере, большинства. Вот такая куча у нас была просто нагребена сюда, потому что были стройки и бульдозером верхний слой дерна. Я никогда, так сказать, не строю на дерне, потому что, ну, просто грех губить плодородную такую почву, которая годами, десятилетиями образовывалась, и мы это бульдозером сгребаем, а потом, значит, ну, допустим, до глины. У меня подстилающая поверхность не песок, а глина. Потом насыпаем уже куда надо песок, это где стоянки, дорожки и прочее. Все чисто, все хорошо, сразу отдерн прекрасно. Вот видите, с корнями тут росли деревья. Это все будет постепенно перегнивать. Так, ну и вот, пожалуйста, он возит, укладываются грядки, по ниточке натягиваются, чтобы было красиво. Вот таким образом формируем грядки. Потом вот вы видите уже, если это надо, каточком тяжелым прикатываем. Сейчас есть такие железные, куда вода наливается. А лучше песок засыпать с маслом только, чтобы внутри не ржавел. Жалко же, да, выкидывать вещи потом. То просто отработанное машинное масло насыпается в пробку, вот в этот железный каток, песок, а потом сухой только, а потом масло, и все, он вечно внутри ржаветь не будет. Ну, а снаружи будете там обрабатывать иногда, и он вечно будет у вас служить. Вот катком прокатываем, потому что почва рыхлая, надо было укатать. А вот, обратите внимание, грядки, посмотрите, они, видите, отличаются. Вот древесина необработанная, свежая. Вот они как будто грунтовкой покрыты. А знаете, что это такое? Это глина. У нас тяжелая, чуть ли не гончарная такая глина, вот в таких ведрах прям там разводится. Она, знаете, насколько прочная, что даже вот дрель, насадка как под раствор, вот такой насадкой она крутится. Даже в бетонной мешалке куски как были, они не разбиваются в состоянии киселя, они именно остаются комками. Вот, поэтому у кого такая глина, повезло. Или можно где-то заказать, купить, но все это недорого, там нужно-то тут, господи, ведро на там 5 таких огромных грядок, даже меньше глины. Но зато она плотно в эту древесину нестроганную проникает. Глина вообще прекрасный антисептик против грибков, против, так сказать, гниения, да, древесины. Если кто-то строит дома, изумительный вариант, стойки, не химией проклятой обрабатывать каким-то там сенеж, там
эко-био или там эко, и, значит, там огнебио, проф и прочее. А, во-первых, кстати, это и защита не худшая, по крайней мере, чем огнебио, проф от огня. Конечно, ничто не защищает в полной мере, но, тем не менее, останавливает какое-то время. Это против грибков, то есть гниение и так далее, и так далее. Изумительный природный вариант, натуральный. И вот такие грядки красивые. Они, кстати, уверяю вас, не смываются даже косым дождем. Если это, вот как, посмотрите, вот эти домики, вот этот дровник, и вот тот вот, значит, технический домик, даже кровли из доски тесанной, которая покрыта вот этой глиной. Про косые дожди, снега, ничего не смывает хорошую глину. Раз в 3-5 лет, может быть, только покрывать верхом. Кстати, какая экономия, да? И вот основы вот этих теплиц, которые я справа показываю в нижнем углу, сейчас тоже покрыты глиной. Изумительный вариант. Вот посмотрите, цвет какой, да? Вот видите, доска лежит белая, ну, свежий материал. А вот этот вот покрытый и ни дожди, ни что не страшные основы теплиц. Видите, все-все-все здесь сделано. Есть еще технологии. Вот этот строится большой зимний сад у меня там. Значит, вот стойки, видите, стоят коричневые. Это обожженная технология, когда газовый баллон горелкой газовой прожигается древесина. Она как термодревесина получается. А мы обрабатываем потом. Все-таки влажность внутри большая. Если уж мы хотим и красоту, и чтобы, так сказать, ну, экологично, то мы обрабатываем, есть такой состав, например, берется льняная натуральная олифа, живичный скипидар, все это можно взять там в зависимости от объема оптом, и будет гораздо дешевле, чем в розницу, до 2-3 раз я беру на предприятиях. А если вы скажете, а мне не надо много, я хочу сэкономить, ну так с друзьями, соседями объединитесь по дачному кооперативу, по, там, не знаю, коттеджному поселку, у кого что, и договоритесь, так можно брать очень многие вещи, складчину оптом, и будет дешевле, и зато качественный материал, как говорится пословица, мы не так богаты, чтобы дешевые вещи покупать, ну так и вот. Но надо же и о здоровье думать, поэтому никакими химическими пропитками даже не думайте пользоваться. А тут вот после этой, как термодревесина, все это микрочастички волокон сожгутся. Во-первых, и красивая текстура, особенно если строганный брус. Значит, а потом покрываете уже вот этим составом, где первый слой и второй, ну, там, первый слой, допустим, хотя бы 50, можно так вот, вернее, 30% олифы, а 70% живичного скипидара, он растворяет, только нагреть надо, он глубоко в текстуру, в дерево вгоняет, так сказать, вот олифу, а потом уже можно 50 на 50, еще пару слоев, ну, я вообще-то делал на одном зимнем саду экспериментально до 7 слоев, и это, конечно, чудесная вещь, не могу сейчас всего рассказать. Жалко только. Ну, будет время ответ на вопросы, расскажу обо всем. Будете пытать меня, спрашивать, все расскажу. Так, значит, здесь вот такой у нас получилась низинка. Хотели здесь дамбу сделать, ну, тут немного труда для этого, и получилось бы отличный водоем. А вот здесь такая, как, видите, другая растительность, такая сочная. Слой полтора такого сапропеля, как озерного ила, вот прям уже сюда со склонов наносилась органика десятилетиями. И вот отсюда мы вывозим буквально неподалеку, ну, метров в 25, находится вот тот самый мой участок большой достаточно, где и теплица, и зимний сад. И вот сюда мы эту почву изначально, ну, как плодородие, кто как. Кто-то закажет машины, действительно, сапропель осушают где-нибудь водоемы, не поблизости какие-нибудь озера там. Прекрасный вариант. Ну, кто-то привезет перегревший навоз. Я понимаю, для начала, ну, можно так, да, например. Кто как. Вот мы из этой прекраснейшей почвы быстро, а тут у меня было как раз то самое мероприятие, значит, вот съемки которого, вот этот уникальный семинар мой состоявшийся, о нем расскажу позже, который мы вам в конце предложим. Так вот, здесь как раз за день буквально были сформированы вот эти грядки. Пока, ну, просто срочно надо было на этой площадке, как экспериментальный такой практический для семинаристов опытную площадку. Вот мы это сделали. Значит, вот грядка за грядкой формируется, их всего тут штук 15, таких длинных, метров по 10. Значит, слева это вот зимний сад, пристроенный к техническому строению. С трех сторон, с трех сторон. А вот это осина, ольха, стволы, которые неподалеку у нас в низинке набрали, которые, значит, отвалились, полусвалившиеся деревья и так далее, чтобы показать вот этот аппарат, который может формировать плодородный слой в любых количествах. Причем я вам его покажу, значит, на примере моем, мне надо много. Вам надо мало, значит, я вам скажу просто аналог на маленькие участки. Это садовый измельчитель для, так сказать, сучков. До 4 обычно сантиметров они берут. Берите только, если уж с ножами берете, обязательно с 4 ножами. Их многие фирмы выпускают, и Bosch, и Gardena, и Solo там, и прочее. А вот здесь все какая, да, кстати, каштановая такая почва. Вот великолепная просто почва. А вот этот агрегат.
Это рубильная, называется щепорубильная машина. Она есть разных модификаций. Наши отечественные производители выпускают, присоединяется она либо к валу отбора мощности от трактора, в данном случае от МТЗ-82-1 мощным, я брал самую мощную модель. Она способна, значит, если туда, прямо вот сюда вот сзади всовывать вот эти стволы, перерубать до 8 кубов в час. Вот такая производительность. Или от мощного 30-киловаттного двигателя. Ну, как говорится, не всем это надо. А в маленьком масштабе можно тоже очень много, я сегодня об этом еще кадры вам покажу, значит, сделать прекраснейшие щипы. Только помните, альхасин. Теперь, вот это место, что было за года два до того. Значит, тут только создавался зимний сад, еще не было отделки вот этого строения. Вот трактором мы удаляем землю тут. Зачем забираем? А потому что мы здесь делаем так называемые теплые вот эти гряды, только это не гряды, а вся площадь, где будут осины, ольха, стволы толщиной полметра, там еще будет выниматься слой больше, будет все перегнивать. Ну и там многослойный такой пирог получился. Я покажу на маленьком примере таком, в катке деревянной, как мы это делали слой за слоем. Ну, представьте только, что это будут крупные, да, только компоненты. А это вот, значит, вот таким образом мы формировали зимний сад. Это с противоположной стороны от этого, вот где три трубы вы видите, технического строения. Кстати, у меня производство тут сейчас мебели находится из массива ангарской сосны, такой под старину, с брошированием красивую мы делаем. А это вот три теплички одинаковых. Здесь 20-метровые сзади теплицы, которые из армированного полиэтилена. Кстати, если он качественный, нашего отечественного производства, а не какой-нибудь корейский, то такой, ну, микрон 200, вот у меня было до 4 лет. Даже, ну, 5 уже, конечно, не очень, до 4 лет служили. Вот, эти теплицы мы их сегодня увидим с вами с огурцами, с томатами полными, вот покажу, вот обратите внимание на эту сзади 20-метровую длинную тепличку. Вот тут мы ее делали сами, конструктив чуть позже увидите. Так, вот, кстати, здесь присыпали так кедры, такая есть методика кучная, сразу кустиков 20-30, они могут несколько лет так жить до того момента, когда у вас появится питомчик, и вы пересадите, либо сразу там на место посадки так привыкает те же кедры к и солнцу, чтобы затенялись обязательно в полдень вот теплицами. В данном случае солнце отсюда, юг у нас направление. Сено немножко прикрываем соломой. И прекрасно так по много лет они могут существовать, значит, зимовать и так далее. Так, значит, ну, а эти грядки, что спереди, вот пришлось нам посадить пока без окантовки деревом. Земля, видите, немножко дождями размывается, естественно. Поэтому грядка очень хороша, когда она окаймована деревом. Это очень экономично, это очень удобно в работе. Ну, лук, тут лук, да. Вот междуряди просыпаются вот этой самой щепой. Все, чистота, порядок, не перегревается, не, значит, у нас всегда влага, запас здесь есть междуряди. Ну вот, конечно, есть культуры, которые можно мульчировать, есть какие нельзя. Это уже другой вопрос. Вот такая прекрасная свекла. Да у нас вообще деревня там называется картошина. Видимо, тоже хорошие корнеплоды. Ну, действительно, и картошка, и плоды, корнеплоды вырастают аж просто великолепные, сладкие и прекрасные. Кстати, на сладость плодов, и неважно, томаты, свекла влияет на наличие калия в почве. Поэтому имейте это в виду, да? Но если у вас хорошо мульчируется почва, это все перегнивает, а вот как быстро будет перегнивать, зависит от некоторых показателей. И мы с вами обязательно сейчас поговорим еще о всяких препаратах, содержащих живые культуры бактерий, вот эти Байкал, Восток и прочие. Все о сиянии уже говорили, немножко и Байкале, и аж вот этот В101 тоже говорили. Кстати, очень хороший препарат для опрыскивания. Буквально 2 капли на литр опрыскивается там, например, на раз в неделю можно смело. Это очень хороший, такой как бы это иммуностимулятор, только для растений. Но это просто фото я еще показал, потому что вот, чтобы картинка как бы была вот это главное перед глазами, да. Кстати, червь, я рекомендую старатель червя, не калифорнийского, он лучше. Многие наслышаны о калифорнийском, от города есть такой Ковров под Владимирской область, туда за Суздалью дальше, там есть такое хозяйство опытное, был один профессор, к сожалению, умер уже, который вывел вот этот гибрид-старатель, там, южного с северным червем определенных видов. Он, они адаптированы, во-первых, знаете, чем отличаются от калифорнийского? Быстрее размножаются, переходят с одного вида корма, ну, как в промышленном масштабе навозами разными, свиной, конский и прочее, и калифорнийский, надо еще время приспособиться, а это очень быстро. У него больше кладок, он выдерживает более низкие температуры, и при более низких все равно размножается. То есть, соответственно, он выгоднее и экономичнее. Я по нему ездил даже, тоже этому, так сказать, вопросу всем технологиям обучался. Это очень интересное дело и для бизнеса. Червь, во-первых, он сам по себе, это и рыбалка, и прочий корм животным и так далее, если у кого там что-то или на продажу. Это плодороднейшая почва. Червь – это
в общем-то, ну, то есть одни плюсы, да, там их очень много на самом деле. Вот та самая щепа, которая получена с, так сказать, рубильной маленькой машины, то есть вот это садовый измельчитель, да, вот буквально там фракция настраивается, можно больше-меньше, но в среднем это там от 3 до миллиметров до сантиметра, но в среднем 5-6. Вот, значит, тоже из веток осины, ольхи. Вот, пожалуйста, значит, как у нас-то. Дальше. Вот теперь пошагово просто показываю наполнение, как мы эти ящики, а мы их тоже пропитали, чтобы они быстро не гнили. Она же тонкая, дюймовка, доска. Так вот, пропитали как раз вот этими живично скипидарственной олифой. Есть еще технология, когда туда воск добавляется, пчелиный. Это дороже выходит, но тем не менее, тогда это вообще такой слой непроницаемый образуется, и он будет служить очень долго. А вот теперь, пожалуйста, смотрите, значит, слой теперь послойный. Вот пустой ящик, вот насыпаем опилки, вот кладем немного земли, примерно в два раза больше слой земли, ну, хороший берем, дерновый, значит, измельченный, чем щепы. Потом вот мы кладем зелень, тут, вот, ну, скажем, это вот разные лебеда, прочее, все, что есть, значит, лопатой мнется, потом опять слой земли, потом щепы, перемешивается, потом земля, и доверху так слой за слой. Вот мы в данном случае тут банан сажали. Ну, на самом деле, вот это вот гуаявы, у меня, кстати, плоды давали гуаявы, я даже их адаптировал к более низким температурам, это же тропическое растение, ну, и мы, значит, буквально до плюс 5 градусов у меня теперь держат, и второе поколение семечек получено из плодов, выращенных у меня. Ну, это вот тепличка уже новая здесь в Пушкинских горах, вот слой за слоем засыпается земля. Посмотрите, как это сделано, когда и глиной уже пропитано. Вот в данном случае, видите, и периметр, сам брус, на котором стоит теплица, и вот грядка. Между ними расстояние, как говорил, воздушная прослойка. И гнить не будет, проветривание есть, и температура просто сохраняется великолепно. А если стекло, оргстекло, извините, поликарбонат, не 4 мм, а там 8, скажем, то можно использовать как такой полузимний вариант, но, по крайней мере, самые там 3 месяца не используя, а остальные, пожалуй. Я рекомендую, если уж вы заказываете такие сборные, сразу имейте в виду, это всегда дополнительные опции отдельно за деньги, либо акции у них, у производителей бывают иногда. Это вот такие вот держатели для, значит, для уже бечевок, на которых будете завивать томаты, перцы и так далее. Да? Так, ну вот всегда к рельефу я использую, у нас такая мелиорационная старая еще канава идет, и по ней по границе как раз теплицы стоят. Тут и вывод воды, если надо, и вот кольцо 2 зарыли, вот у вас прекрасная вода, тут местные условия, это понятно. Вот 20-метровая теплица, где вот армированный полиэтилен впервые был, тогда вот как раз первый очень хороший у меня был, я говорю, года 4, значит, столбы врывались в землю, здесь они были просмолены и прожжены, и просмолены, поэтому они будут там 100 лет стоять, но ничего не будет. Значит, вот почва навозилась оттуда с склона, где вот плодородное у меня большое количество земли, уклон был тут, поскольку уклон, ну, просто сделали ровный уровень, то есть просто в правой стороне, вот где мышка у меня, где полиэтилен, там просто слой до 60 сантиметров привезенной почвы. Разово сделали, потом никогда не вносили никаких удобрений, объясню почему, чуть позже. Значит, ну, это вот сейчас в зимнем саду, тут я решил, что экономичнее не бетона из кирпича выкладывать высокие гряды, вот эти высокие, потому что удобно ходить, обслуживать, тут 90 сантиметров высотой, по 300 миллиметров каждый вот этот брус 100 на 300, специально мне тут на пилораме такой заказал, я сделал тоже 6500 закуп, ну, в принципе, знаете, это дешевле выйдет, чем кирпичную кладку делать, быстрее, потом обработать вот нашим составом. Конечно, я его изнутри, потому что все-таки это вещь не дешевая, обработаю еще с воском, значит, и, конечно, он уже будет служить десятилетия. Вот, здесь сделаем, выберем дерн, положим туда песок, в грядках сделаем технологию, значит, продуваемых грядок. Специальная труба, которая будет проходить внутри у дна по всей длине грядок. Это очень хитрая технология, система, которая позволит сберечь углекислый газ внутри теплицы. То есть проветривать реже надо будет, потому что ниже будут температуры, термомасса, земля и почва ниже будет забирать лишнее тепло. Это есть такие технологии, о них я немножко расскажу позже. Вот рубильная машина, ну это когда перевозили ее с таким спускателем. Только если кто-то захочет, сразу говорю, любые двигатели, пусковый стартовый ток гораздо выше номинального, поэтому чтобы не выбило там все линию, там, берите сразу стабилизатор, то есть вот этого напряжения пускового, плавного пуска систему. А вот вам сразу еще одна подсказка. Посмотрите, какая, видите, мелкая
стружка. Вот дешевый способ сделать прекрасную почву. Давайте остановимся, разберем это подробнее. Значит, на каждой, у кого есть хоть и рядом поблизости пилорамы, знайте, что щепу, и вернее стружку, они, так сказать, всегда должны утилизировать, даже деньги за это платят небольшие. И вот мне, например, сейчас вот на договорился, возят, ну, бесплатно, ну, я там 100 рублей даю на там топливо, они рядом, тут они мне доску возят, и заодно я говорю, слушай, ребята, а почему вам не возить? Я говорю, да без проблем, мы ее все равно вон, утилизируем. Представляете, это у нас в стране, ладно, в Германии такого вообще бы в шоке были бы, там сразу на пилеты пустят. Ну, у нас это выкидывают. В общем, смотрите, это органика, причем, чтобы там важно, конечно, не было ни окурков, никакой гадости, химии, там поганое масло, потому что ленточные для пилорамы, там масла нет, узнавайте это заранее, не гонит ли масло машины, никто там бычки не кидает, ну, как правило, не кидают, но, знаете, все бывает у нас, ничему удивляться не приходится. Это прям растягиваем по... Только смотрите, если это хвойные породы, сразу использовать нельзя. Подождите год. Каким образом ускорить, чтобы все перегнило? Вы распределяете это тачками, ручную, лопатами, неважно, по участку земли, которую в этом году еще, допустим, не будете ничего сажать. Сверху немножко земли, можно даже перемешать, если не лень. И прям вот поливайте тем же, пожалуйста, Байкал-Восток. Сразу скажу, знаете, какие у них минусы? Это не то, что плохие культуры, великолепные культуры бактерий, там и молочный кислород фиксирующий, там до, если совместить Байкал с Востоком, то там до 60-70 видов бактерий. Великолепно, но проблема в чем? Производители, ладно, все хорошие, но те, кто перевозят, там, хранит у себя, вот это мы не можем гарантировать, да, никто не будет уверенным. Если нарушаются правила хранения, это живые бактерии, тем более в жидкой среде, там очень важны где-то 5-7-8 градусов хранения, чтобы дольше это было несколько месяцев, в жидкой среде меньше запасы кислорода, они все-таки быстрее тратят, и могут погибать, и поэтому это может не действовать. Люди говорят, не действует, потому что просто вот, значит, понятно. Есть уникальное новое, я вам потом скажу, у меня на сайте можете посмотреть, Эра удобрение, это комплекс бактерий, мои знакомые сделали, сейчас закупает Китай, Индия, они российский рынок даже не рассматривают, как только по просьбе моего там товарища решили продавать в России, потому что там какие чудеса это показывает, это именно комплекс живых бактерий, но там еще структурированная вода, то есть там, причем на щелочном торфе, то есть именно на такой, знаете, не жидкой, а значит, густой, да, состояние такой густой-густой сметаны, это консистенция, они действительно хранятся по несколько месяцев до полугода. И вот там килограмма этого хватает до гектара. То есть настолько эффективность высокая, а цена там всего 750 рублей, считайте, если кто-то берет там большое количество, 650 рублей на гектар, ну пусть будет меньше, пусть в два раза, ну так, чтобы наверняка, да, дозу, ну это, ну, просто несопоставимо ни с чем, правда? Вот, и что у вас будет? У вас к весне уже все перегниет, если вы, допустим, даже летом заказываете, удобряете, поливаете растворенные в воде разными культурами бактерий живых, пожалуйста, если уж микоризу достанете и продают, ну у нас в стране сложнее, раньше вот из США возили, в принципе, значит, размножали, я говорю, из леса можно, пожалуйста, из разных только видов леса, частично где березнячок, там где дубы обязательно возьмите, и постепенно разные виды грибов перейдут в почву, вот, когда будет питательная среда, но только помните, это хвойные породы, кислая все-таки среда изначально, потом все перепреет обязательно, и уже можно использовать на грядке, а вообще такую междурядье можно использовать, а если осину пилят или ольху, вот у меня тоже такую, я такую отдельно, вот такую можно сразу смешивать с почвой в соотношении, например, там 7-8 частей почвы, а одну там часть, допустим, такой мелкой стружки, если она не ольха или, значит, осина. Так, ну ладно, идем с вами дальше. Теперь, значит, в этом плане вот такую, думаю, хорошую подсказку, как дешево сделать, я дал. А, кстати, а у кого-то, например, рядом какие-нибудь, знаете, там озера, болотца или что-то, там много камыша, ну, допустим, рогоза, какой-нибудь осоки, вот все это пойдет на компост, на огород, на междугряди, это все прекрасная органика, которая перегниет, и вы можете сделать с помощью бактерий, просто этот процесс быстрее в разы, просто в разы быстрее. Так, ну, а теперь я сейчас быстренько перехожу обратно, значит, в программу, чтобы открыть вам новый, так, сейчас я вам открою вот третий, нашу группу слайдов, так, так, сейчас, секундочку. Попрошу, Игорь, скажите, как видно ли... Юрий Андреевич, пока не видно, еще раз попробуйте. Пока ну да-да-да, да, так же, как тогда, все, сейчас я так же сделаю, секундочку. Вот так. Да, теперь видно. Теперь видно, убираю этот, расширяю.
Все нормально, да? Да, отлично. Отлично. Идем дальше, друзья, с вами. Значит, ну, это просто, кстати, обратите внимание, это ниже. А, Юрий Андреевич, вам... 5,9 вы просили напомнить. Понял, понял, понял. Будем ускоряться еще в... тогда в 20 минут мне скажите. Я сейчас, значит... Хорошо. Так, хорошо. Это инжирчик маленький. А теперь давайте посмотрим, какие чудеса могут быть, но чуть позже. Я имею в виду с применением технологий, о которых я вам все-таки расскажу в двух словах, а подробно она говорится в моем этом продукте, который я вам сегодня порекомендую приобрести, воспользоваться моей рекомендацией, объясню даже почему. Вот просто как человек человеку. Я очень много потратил средств, времени, знаний, ну, естественно, своих, я этим всю жизнь занимаюсь, на то, чтобы каждый лишний сантиметр, кубометр там, воздуха использовался рационально, потому что я занимаюсь еще продажей биопродуктов питания. У меня фирма, которая занимается и производством, и продажей органических, настоящих органических продуктов. А знаете, в чем тут еще нюанс? Не просто органических. Вы думаете, это самый высокий уровень биоорганик? Нет, нет. Он говорит лишь о том, что химии нет в продуктах. Но не более того. Вы знаете, что там, как и в других практически, ну, чуть-чуть лучше, конечно, но как и на какой-нибудь там гидропонике, где химию посыпают, ну, конечно, побольше, тем не менее, проблема в минералах. Нам с вами, дорогие друзья, необходимы все микроэлементы для биохимических всех процессов внутри нашего организма. И главное из них не белки, а аминокислоты. Это как раз совершенно, конечно, другая отдельная тема. А главное – минералы, потому что либо с почвы растения накопит их и передаст свои плоды, либо нет. Поэтому селен, литий, кремний, где их возьмем? Ну ладно, фосфор, магний, то, извините, там азот какой-нибудь насыпать можно в виде там чего угодно, но... А где взять вот эти микроэлементы? Их не взять практически. И вот, как я сказал, щепа в дерево-то в природе выросла в симбиотических отношениях. Допустим, осина, он 40 лет растет где-нибудь только подальше от дорог, в глуши, где лесорубы вырубают делянки. Вот там вот можно все это за копейки, все это взять. И договориться, привезут вам, вы это или щепорубильные машины, или типа хворост, или вот почва верхний слой, ну как угодно. Но тем не менее, там через листовой опад минеральные вещества, которые добыли растения с водой через корневую систему с больших глубин, десятки метров, порой дуб до 60 метров добывает. И вот эти микроэлементы, которые уже накоплены, преобразованы в листьях растения в такие сложные с органическими соединениями, да, выпадают листовым опадом, перегнивают путем вот этой бактерии, грибов, воздействия, значит, червей, которые, кстати, поедают грибки, едят, они не именно поедают микрогрибки. Значит, и вот это все у вас. Чем больше червя, тем меньше грибковых заболеваний в почве. А если нет червя, вот проблема. Я понимаю, мыши, то есть эти землеройки, кроты, бурозубки, все они едят червей. Но, значит, с ними надо бороться. Есть способы разные, но тем не менее, я просто червь, значит, автоматически у вас грибковых заболеваний, фитофторы и прочего меньше, меньше. Кстати, чтобы фитофтор не был, действительно, вот та же мульча, даже солома, толстый слой, когда сверху сухой слой, а под ней сухой, не будет практически. А если уж щепы посыпите, вот как, значит, ольху, вообще слоем сантиметр 5-6, 100% ничего это не будет, если, конечно, почва здоровая. Вот. И вот посмотрите в здоровой почве, какие могут быть прекрасные, какая рассада, которая растет, вот темпы роста у меня, кто люди был, они просто удивляют, ну, в 2-3 раза. И здоровые, прекрасные, в малом объеме земли, значит, великолепные, толстоствольные, вот томаты, вот перцы, значит, и уже перчики висят на перцах. Значит, когда мы их перевозим. Вот. А, кстати, на заднем плане, вы знаете, что кукуруза до 80 сантиметров. Таких же маленьких, а стаканчики, кстати, у меня медовые, я рекомендую брать. Они, знаете, в отличие от таких совсем одноразовых, которые вот рукой сожмешь, там выкинуть можно, это одноразовые, жалко природу губить пластиком. Уж если пластик использовать пищевой, ну, значит, много лет, а вот эти медовые, они такие плотные, твердые, их можно оптом купить за копейки. Оптом, сразу там по 1000 больше с кем-то скинуться, если одному тяжело. И вот они, пожалуйста, там есть свои хитрости, как это делать. Сейчас просто не успею. У меня по этому поводу есть, ох, какая информация отдельная, целая наработка семинара, который я веду. Там подготовка почвы тоже, видите, сверху. Ну, тут не везде видно, но будет видно где-то мульча. Просто она быстро перегнивает, если использовать бактерии вот эти живые. Очень быстро. Даже в стаканчиках перегнивает. Пока рассада растет, два раза подкладываем. Вот тут чуть-чуть видно, видите, вот краешком немножко солома перегнивает. Это вот гинго-белоба у меня проращивается в таких пластиковых специальных контейнерах, мини-парничках, вермикулите. До 33 там температура увеличивается. Кстати, насчет температуры большое непонимание среди многих специалистов, потому что можно в тепли... у меня в теплице до 60 градусов. Вот верите, нет, до 60 может быть, но
Почва, главное, чтобы не перегревалась. Вот если на почве выше, допустим, там 40, близкая к этому, там уже вода, даже поливай, не поливай, тот же томат не будет воду просто получать, значит, поднимать воду. Это другая... А вот с мульча решает, значит, толстый, многосантиметровый слой мульчи, уже вот эту решает. Мы тем самым можем создавать большую температуру, значит, ускоряются обменные процессы. Перегнивание органики идет в разы быстрее. Мы 3 раза за сезон в зимних садах, теплицах подкладываем солому по 15 сантиметров, она перегнивает, потому что там и бактерии, и микоризы грибов, там и шампиньоны растут, мы сами произвольно занесли там споры с сеном, соломой, и так и другие грибы по весне, когда более низкая температура, разумеется, грибы не терпят высокой. Вот, и вот, пожалуйста, значит, поэтому прекрасными... А это аквапоника. Я своим вот семинаристам, когда веду семинар, показываю. Это просто мне один человек сказал, а я думаю, ну-ка сделаем. Мы за 2 дня сделали из-за аквариума, там у меня стойки были. Вот пошла петрушка, укроп, потом это просто кусты по 40-50 сантиметров, значит, росли. А это вот баклажаны, понятно, да, какие тоже. Тоже в этих стаканчиках. Вот солома, кстати, тут видна была, да, на позапрошлых вот кадрах, видите, вот она в стаканчиках. Мелко нарубленная тоже. Ее просто 2-3 раза пропустить в измельчитель. Вот тут очень удобный садовый тот самый измельчитель, да, так сказать, маленький. Солому 3 раза пропустить, она прям мелкая, сантиметра будет так. Кусочки, вот очень здорово. Но это клен сахарный тоже, значит, так замачивали, проращивали для стратификации, для закладки в холодильнике. Вот. А это бананы, тоже рассада, в общем-то. Почему нет? Да, черенкуем, и вот рассада, то есть посынкуем. Там, ну, от корня берем прирост. А это стаканчики, которые, помните выражение «готовь сани летом»? А посмотрите, как хорошо, как удобно. Не хочется заниматься в феврале там всем землей, а мы ее приготовили там по осенью, хорошую почву, вот перемешали с мелко изрубленной опилочками, дырочки тут для воздуха сделали, стаканчик всегда, ну, идет там так в комплект с крышечкой пластика, удобно, поставили их, он сэтажировали хоть 10 слоев, хоть в 20. И они у нас стоят тут, вот, значит, формируется микроклимат, почва живая остается, перегнивает все это, микроорганизмы работают великолепно. Хоть несколько месяцев стоит, вам сажаем, ну, уже вот пикированные, так сказать, маленькие выращенные в микропарничках рассаду и пошло-поехало. Ну, не могу об этом больше заострять внимание, вот маленькие, а то не успею. Вот давайте перейдем, посмотрим, что у нас. Вот разные сорта маленьких перцев. Но посмотрите, как их много у меня. Я вот, обратите внимание, значит, тоже вот это солома, значит, это грядки в зимнем саду. Вот, посмотрите, как усыпано все крупными, хорошими перцами. А это вот... Советую сажать мелкие, в зависимости от сорта. Значит, в начале, если у вас уклон в какую-то сторону, значит, и там небольшая высота, то там разумно невысокие растения. Если это с юга на север, то к северной стене, как у меня, сажайте более высокие, потому что, собственно говоря, иначе перекроют, понятно, более маленькие. То есть сначала маленькие от цвета и дальше выше, выше, выше. В данном случае, значит, здесь у меня именно сектор растут одинаковые, просто у меня сзади была убрана там высокая такая рассада культур. Уже уличных сидела, в катках убрали. А это вот трубопровод, видите, полипропиленовая труба, краники с водой. Можно, конечно, автоматизировать капельный полив. Я вообще делал, у меня фирма в свое время занималась даже системой автоматического подземного полива. И Гарден, и Ренберт, и Нельсон, все мы это знаем. Сейчас я немножко от этого отошел, хотя система трубопровода подземного с водозаборными колонками, это очень экономичный и прекрасный вариант. Та же ПНД-труба, которую значит, уважаемые спикеры пары говорила, да, про то, что они делают с пандондом, используют вот такие парнички из нетканого материала, там как раз ПНД, та самая полиэтилен низкого давления, экологически чистый, для пищевого водоснабжения он используется, вот можно им проводить под землей. Над землей здесь у меня проведено это полипропилен, краны, и вот просто везде вода. Удобно леечку или что полило, а поливать мы почти здесь не поливаем, поэтому и не стал я ставить систему полива. Почему? А потому, вот видите вот эту трубу серую, канализационную, обычную, да? Вот она из-под конькового пространства забирает воздух, распределяет ее в коллектор подземный. Это обычная труба, стоит все копейки. И под каждой грядкой проходит такая труба, но со специальными разрезами, болгаркой разрезали определенный уклон, а вот здесь уже, где труба, за ней, к стенке внешней, вот к этой к стене, да, низкой теплицы, под землей второй коллектор, и оттуда выходят вот такие вот трубы, тоже путем соединения тройниками, и вентилятор, который дует наверх воздух, выдувает как бы из системы, тем самым горячий воздух с подконькового пространства опускается, проходит через под грядками на глубине определенной, там конденсируется воздух, вот он плюс 60, а тут проходит, выдувается плюс 20. Вы представляете, если правильно распределить эти все, значит, потоки, да, то у вас будет, прям я вот, люди ко мне приезжают, кстати, залезают, аж пот льется горячо,
у конька, ну, воздух по закону физики вверх горячий, а здесь рукой холодный. Мы замеряем, вот, пожалуйста, значит, разница. Там, как вы думаете, какой конденсат? Да ведрами. И растения вообще поливать не надо, а уже они проросли, корневая система, в глубину. Так что вот вам, пожалуйста. А еще плюс-то какой? Углекислый газ. Вы знаете, что основной, значит, элемент, от которого зависит быстрота роста, биомасса, это углерод, он в воздухе. И в процессе фотосинтеза, образования органических веществ на свету, когда растение потребляет, что потребляет? Углерод из воздуха, солнечный свет, фотоны солнечного света заставляют идти в хлоропластный процесс фотосинтеза, и минеральные вещества с водой из земли впитываются в тело растения, и создается этот уникальный сакральный процесс фотосинтеза, когда образуется первичная биомасса, за счет которой существует вся наша экосистема, все животные на нашей планете, и мы с вами. И вот плоды. И вот это... вершина, да, вот этот вот концентрат энергии солнца, минералов земли должен быть в этих плодах, которые мы должны есть. Мы вообще с вами люди, именно плодоядные существа по своей физиологии, биохимии, анатомии, морфологии, внешнему строению, по всем признакам. И вот как раз для здорового человека здоровое питание. Чтобы оно было здоровое, почва должна быть здоровой, богатой. И вот представьте, три раза солома это гниет, и у нас образуется, так сказать, такой плодородный слой, что даже убирая огромное количество, огромное плодов, у нас каждый год плодородие увеличивается. Так можно масштабировать в любых... как говорится, на любых хозяйствах. Это моя левая рука, вот я всегда снимаю обычно правую, держу вот иногда руку, ну, чтобы так видно было. И вот разные селекционные сорта, вот различных перцев, я их больше 100 сортов сажал. Вот астраханский острый, вот этот вот, значит, острый, да? Вот они, вот эти вот фонарики разные, значит, цветные маленькие перчики, да, которые мы, ну, вот я быстренько их так пролистну. Вот такие разные клаудиус сорт, там какаду крупный, толстостенный, до сантиметра и больше стенки. Значит, ну, вот... огурцы. Я очень люблю Лапландию, ну, Герман, другие, но Лапландия – это вот сказка. Я вам покажу сейчас, почему. Смотрите, шикарные огурчики. А ну-ка, засоли разные, там и серии есть, серии «Сады России» тоже неплохие, там разные, но их очень много видно. У меня много старых сортов, которые еще советские, и даже дореволюционная селекция, собирая уникальные сорта, и вон «Слава», например, капуста 47-го года селекции там еще. Это, то есть, это, конечно, важно иметь такие, да, не только F1, но и старые хорошие сорта, которые зачастую лучше. Обратите внимание на здоровье листьев. Вот на переднем плане, а на заднем у меня другие, я экспериментирую, длинные такие оковалки по килограмму весом и больше, да. Вот, пожалуйста, да, ну, быстренько с вами будем пробежимся, хотя такие кадры приятно, конечно, смотреть. А вот, пожалуйста, моя левая рука, вот сорт, ну, я 1,80 м ростом, вот, так сказать, вот 60 сантиметров лист, 60 сантиметров, до 60 сантиметров теплиц, это зимний сад. Свет вот такой желтый, знаете, это что за лампа? Рефлакс. Рефлакс лучше всего, сразу, я перепробовал, 1200 рублей потратил, правда, информацию до 2-летней давности, я уверен, что ничего нового не появилось. Я все виды светодиодных ламп, потому что я хочу энергосбережения, я проверил все, что было на тот момент в России. Все это ерунда в плане цена-качество, потому что очень дорого, светить надо в упор буквально 10 сантиметров от 5 даже от поверхности. Значит, сейчас, одну секундочку. Да, значит, и понимаете, это не экономично. А вот рефлакс лампы, которые к классу натриевых ламп относятся, греющих, конечно, да, но тем не менее, у них солнечный спектр весь, все растет, все вообще. А я-то уж пробовал больше, чем кто бы это ни было, потому что я и тропическое растение, и селекцией занимаюсь, и аквариумией, и всем-всем-всем. То есть вот аналогов недорогие служат, как говорит производитель, до 20 тысяч часов. Я к этому уже пришел, скажу, да, действительно, значит, близкое к этому. Ну, что можно сказать? Ну, великолепно, да? Так, а вот теплица, где, пожалуйста, вот там на заднем плане, значит, вот это вот у нас что, огурцы, спереди перцы, ну, их позже посадили, они маленькие, вот, значит, томаты слева, вот еще посмотрим, какой урожай. Ну, томатов я тоже около 100 сортов сажал в свое время, значит, и вот посмотрите, вот тут уже сено, очередной раз солома сгнила, мы не стали, уже почва поэтому сухая, самый уже вот сентябрь, но солнечная погода, уже, так сказать, надо оставлять, практически правильно говорили, только листья. Видите, листьев почти нет, только плоды и буквально там наверху несколько листиков. Обязательно. Ну и нет смысла уже подкладывать, решили уж скосим, оборвем стволы, уберем последние томаты, а тут еще, знаете, сколько красных убирали. У. Вот такие урожаи, вот такие урожаи. А это на улице. Это Тверская область, Ржевский район, деревня, вот картошина, поселение у нас там. Вот, пожалуйста. Видите, как, то есть вот так, вот килограмм, сколько, 90 грамм, до килограмма 90 грамм томаты. Вот все можно, если почва хорошая, понимаете, вот очень, различные
Это музыкальная серия, увертюры, разные рапсодии, там, значит, великолепные такие вот, сладенькие, желтенькие, действительно. Но если хотите, чтобы они аж сладкие, как конфетка были, калия много, это значит, соответственно, зола. Лучше все, поэтому печки у кого есть великолепно. Зола, зола и, конечно, вот солома. Плюс можно брать бочки, аквариумы, неважно. Туда скашивайте траву, особенно где луковое разнообразие, много цветов. Компрессор аквариумный. Распылитель на конце, камушек металлический, только чтобы не сбивался быстро. И чтобы бурлила вода. И вот этот такой бульон питательный делайте. Прям забивайте одну треть растения, ну, значит, скошенных. Вот этот... Вот этим соком, так сказать, растворенным, это как квашение происходит, понимаете? То есть ферментация идет, питательные вещества, минералы отдаются в воду, перерабатываются бактериями. А если туда еще сияние Восток Байкала или вот эту вот нашу эру, чайную ложечку, пол чайной ложечки. У вас прям все это перепреет, это прекрасное удобрение. И этим поливайте, это будет, ну полезнее. Понимаете, вы минералы эти, которые из растений диких, перейдут вам. Вам перейдут непосредственно в плоды. Это же великолепно. А иначе мы не получаем. Ну, подумайте сами, корова паслась, навоз вы берете, например, предположим. Да? Где? На лугах? На каких? Что, заливных? Где-нибудь в Вологодской губернии, где заливают луга, плодородный ил каждый год на ноль. Ну, если так, это хорошо. А если нет? Тогда вы получаете каждый год меньше минералов с этим навозом. Но будет азот, да, будет расти. Расти-то будет, потому что азот. А что там еще помимо азота и нескольких других минералов? Ну, практически ничего. То есть расти-то будет, вот эти говорят, плодородие, плоды рожать, то есть объем. А содержание? Мне очень важно содержание, очень важно. Поэтому я вам вот пытаюсь объяснить, как получить не просто здоровую пищу и объемную, но и, так сказать, содержательную, то есть чтобы было в ней много минералов. Каждый этот прием применяйте, это будет плюс. Ну, это вот астраханские, вот, когда они уже такие вот стали, значит, красные. Мы делаем из них очень интересную, вкусную нашу так называемую хренадерку, где еще хрен, перец, двух сортов томата и каменная гималайская соль. Вот такие прекрасные хренодерки. Ох, как у нас ее наши клиенты любят, просто с ума сходят от нее. Ну, действительно, безумно вкусно. Рецепт такой уникальный, тем более с такими не просто экологически чистыми, а полезными продуктами. Так, сейчас мы переходим с вами дальше на следующие кадры. Идем уже... Так, следующий, сейчас я вам скажу, секундочку. Покажу, вернее. Так, так, так. Сейчас мы с вами поедем дальше. Так. Так, сейчас я уже ошибки не сделаю, уже зайду правильно. Вот так, а Игорь поправит меня. Как видно? Да, Юрий Андреевич, видно, все. Поехали, поехали, да, знаю у нас. 10-го. Знаю, знаю, сейчас будем спешить. Дорогие друзья, значит, перед вами темп роста. Вот обратите внимание, мой тот самый зимний сад, вот выходит из коллекторов подземных приемных вот эти самые вентиляторы, да, которые там, да, не всего по 150 ватт потребляют, то можно на датчик температурный поставить, автоматика будет вам, пожалуйста. Ну, я говорю, подробно это все... Кстати, знаете, зачем вот этот термофол? Отражение света. Вот, а знаете, что это дает? Сейчас посмотрите, как начнут инжиры. Вот это инжиры. Помните тот маленький инжирчик? Вот он был в прошлом году посажен, ну, как бы в прошлом от данного снимка, да, от данных снимков. Вот вам уже выросли за год до 2 и больше метров, а рекорд у меня 3 метра, значит, за год, потому что вот температура, великолепная почва, очень высокое содержание углерода в воздухе, потому что мы меньше проветриваем, потому что температуру мы снижаем не за счет проветривания, а за счет подземной циркуляции воздуха, он конденсирует и охлаждается, вы понимаете, а это отражение термофол, не только защита от влажности стен, но и отражает, и всегда внутри комнаты, а в данном случае у нас там зал-мастерская даже, представьте, мебель и прекрасно, а там нужна сухость идеальная, представляете, как, да, как можно все сопоставить, а материал-то недорогой термофол, с одной стороны липучка, там 5 миллиметров, ну, 3-миллиметровый даже можно, а с другой термофол, отражающий фольгированную поверхность, но за счет того, что она не гладкая поверхность, а у нас, помните, закон физики, угол падения равен углу отражения. Было бы там зеркало, угол солнечный отражался и бил бы ровно в другую сторону, всего лишь освещая определенный маленький участок. А поскольку в разные стороны, как шагреневая кожа, у нас солнечный луч в разные стороны отражаются и задним светом. Мы плюс 30% к освещению получаем только таким хитрым прибором. А? Хороший совет. И вот смотрите, прошло день, вот это прошло 3 дня, вот это прошло уже 4, мы посадили на 5-й день, вот пересадили рассаду перцев здесь. И вот посмотрите, за 5 дней, когда пошла температура, активное солнце, мы включили вентилятор, почва у нас, почва прогрелась. А зимой, знаете, кто зимой, если эксплуатирует? Наоборот, вы можете воздухом греть почву, здорово. Охлаждать воздух летом, а нагревать, тем не менее, почву, она и влажная. И воздуха в ней много, потому что, значит, перфорированная труба. И червь на большую глубину идет. Процессы почвообразования здесь, перегнивания идут великолепные. И посмотрите, что произошло через 2 недели.
Вот через 2 недели. То есть темп просто, просто уже не пройти. Здесь надо прорубать, мы уже вот сажаем на черенкуем. Но это, так сказать, не буду сейчас обращать внимание на то, что все равно не успею прокомментировать. Ну, тут мы переборщили с подвязкой, просто она мне дешево обошлась. Мы ленту джутовую оптом закупали для срубов и взяли толстую бечевку. Ну, у меня не было другой у ребят тонкую. Я говорю, ладно, берите, подвязывайте толстый такой. Да, значит. Хорошо, вот видите, и посмотрите, листья, видите, сюда развернуты еще в сторону стены, хотя здесь темно, казалось бы, ну, в данный момент времени, в данный именно период. А вот, пожалуйста, что к стене инжир. Видите, я сфотографировал, это огромный, сантиметров он 7-8 где-то, 8 точно, вот в длину, инжирина. Вот это к стене, вы представляете, в сторону темной стороны. Но это лимон вы уже видели, вот прирост действительно до метра 60-70, вот прирост был, значит, у самых, они растут медленно, вы знаете, ну вот у меня коллекция цитрусовых определенная, так сказать. А вот это зимой. Когда вот видите, уже такое сковано все таким холодком, листья хоть и зеленые хорошие, но уже такие не совсем, да, такие лощеные, глянцевые, потому что холодно. Я делал эксперимент, вот ствол папайи, кстати, виден вот здесь. Это вот уже одревеснела гуаява, она уже плоды давала на второй год у меня. На второй год плоды. Это вот хурма, значит, кавказская с очень большими листьями, такая прекрасная, значит, тоже. А это вот колючий такой, один из этих диких таких, так называемых, огурцов таких, но... тропический такой, интересный. Вот огурцы мы там же посадили. Вот, пожалуйста, сой, вот подсветка зимняя, это видите, вот, значит, вот таким вот образом. Вот светят эти лампы рефлакс, вот они, собственно, их видно здесь сейчас на снимке, вот как раз кадр с другой стороны. А это папайя, обратите внимание, доросла бедняга, отщипнуть пришлось, высота тут была у меня небольшая. Сейчас мы строим огромный зимний сад, а тут он все-таки до 3 метров 20 сантиметров. Вот верхушку мы ее тут отщипнем потом. И посмотрите, кстати, плоды завязываются. Ну, покажу вам сейчас. Вот лианы огурцов здесь идут, другие растения тут. Это бананы чуть раньше, это такая еще, такая, знаете, осенняя фотография. Вот гуаявы, бананы, годжи тут, кстати, были, поднимались. Вот это годжи, тибетский барбарис, вот это, да. А, значит, вот какие стволы банан. Уже стволы реальные, я вам потом на фоне большого телефона такую резиновую покажу. Так, ну, годжи. Так, это вот, понятно, бананы. Вот кадр тот, который мы видим, где пик летом. Вот это тропиков, так сказать, да, субтропиков. А вот, пожалуйста, телефон, здоровый такой телефон. Вот бананы такие. Значит. Это ствол папайи. Наверху, видите, вот плоды завязываются. И вот, собственно говоря, листья. А вот, когда прищипнули, пошли боковые ответвления. Их можно черенковать и, так сказать, даже не сажать. Ну, это кто, конечно, для зимних садов, хотя в квартирах это можно тоже, в принципе, это все возможно. И адаптация к влажности, может быть, у любых растений все можно приспособить, адаптировать. Вот гуаява в разрезе. Вкус, запах, аромат вкуснее земляники и полевой клубники вместе взятый. Ну, это вот один из сортов. Так, идем с вами, дорогие друзья, дальше. И как раз все успеем. Я думаю, а потом буду отвечать на ваши вопросы. Одну секунду, закрываем это. Так, значит, что мы дальше делаем? Закрываем, открываем последний. Ну, это я вам так, знаете, решил показать. Ну, так сказать, на всякий случай, коль время чуть-чуть еще есть у нас. Сейчас. О, вот так вот. Да, значит, фотографию видно, 21:20 сейчас. Да, ну буквально сколько у нас там еще... Уже, ну, 5 минуток, да, наверное? Ну, минут 10-15 есть. Ну, я 10 минут справимся. Значит, я проводил двухдневный, ну, там, на самом деле, 3 дня, но вечером люди приехали, я там вводное слово о хозяйстве рассказывал, ну, тоже интересно, а полных 2 дня. Что там? Значит, с утра до вечера, с перерывом только на обед, вот в таком же темпе, такой же поток ценной информации, как сейчас я рассказывал, но показывал и демонстрировал. Видите, трактор на картинке видно, рубильная щепа вот это идет. Мы, то есть все этапы работ. Давайте расскажу, что. Вот кратко вы здесь видите. На семинаре были разобраны вопросы по, написано. Подготовки грядок там-то. В общем, смотрите, главное, я рассказал вот эту уникальную свою технологию о том, как в теплицах, в зимних садах сделать всю инженерию, начиная вообще от строения любой теплицы, от постройки теплицы, зимнего сада, конструктива, фундамента, пристройки к домам, отдельно стоящие, углубленные в почву, энергосберегающие, да, вплоть до коммуникации, до светок, воды, от самых дешевых, простых материалов. Ну, я всегда стараюсь, зачем лишнее выкидывать? Ну, если, как говорится, надо, я лучше потрачу больше, но на годы вперед, и потом не буду вообще ни копейки тратить. Ну, кроме какого-то износа лопастей вентилятора, который теоретически по 20 лет должен служить.
Вот, они целиком металлические, алюминиевые, так что, так сказать. Кстати, немецкий двигатель, а наша сборка стоит 2,5 тысячи, например, кубов на 300 в час. Ну, слушайте, ну это, так сказать, он 30 лет должен проработать. Что там, ломаться нечего. Экономично. Так, так вот дальше, что там я разбирал? Как сделать таким образом, как рассчитать, чтобы объем воздуха прокачивался через почву, как он там конденсировался, чтобы влага выпадала и корневая система брала, плевать не надо, чтобы выходил холодный воздух летом и меньше проветривать теплицы, и значит углерода больше внутри, углекислого газа, темп роста в разы, на 300%, на 400 выше. Я говорю, у меня прирост, вот я бы называл, да, до 3 и больше метров. Томаты я в середине лета уже отрезали на высоте больше 2,5 метров, ну, те, которые высокорослые, и, соответственно, лианы огурцов до 6-7 метров. Ну, это тропическая лиана, она может расти, в принципе. Кстати, томаты, если зимний сад, перцы можно как многолетние растения использовать, делать деревья, такие сорта спрут, например. Хотя их много, например, которые первый год отщипывают, хитрость такая, значит, там все цветы и плоды, чтобы не было плодов, ствол формируется, а на второй год, ну, кого зимний сад, значит, вот крона густая, все, она пойдет и обсыпаться уже до тонны с куста можно собрать, с огромного дерева томатного. Но это надо иметь такую почву, хорошие технологии. Японцы идут химически, там углекислый газ дозируют. Можно это за деньги, за большие деньги, а можно сделать за ни за что. За просто первоначальный труд, небольшой вложенный. Вот как это делать, я тут все объясняю. Вообще все. Вплоть до того, вот как, значит, то есть еще раз, инженерия и биология, то есть все биологические приемы хитрые с почвой работы, с грядками, с теплыми, там, высокими, с мульчой, с любыми видами материалов. Вот это все я там рассказываю. То есть колоссальный объем знаний. И после этого люди, ну, то есть они пересматривали отношение вообще к земледелию, понимаете, вообще. Да, и еще очень важно. У меня этот курс, что я и так считаю очень дешевым, 10 тысяч стоит. И вы можете убедиться в блоге, посмотреть всегда у меня в разделе инфопродукты, в разделе по земледелию. Просят подвести итог, что касается здоровой почвы, как ее в итоге все-таки получить, тезисно резюмируя ваше сегодняшнее выступление. Да, все, сейчас с этого и начну, только, дорогие друзья, еще раз, чтобы завершить. Значит, там даже больше, там, да, 10 часов концентрированной той информации, которая именно вот конкретный полезный шаг, объяснение, вопросы, ну, зрителей обратные, то есть моих слушателей, семинаристов, ответы, значит, комбинации. Вот даже в конце мы рассматривали их. Я говорю, ребята, привезите с собой ваши проекты. Некоторые привезли, я прям по ним сразу даю советы. Ну, там мне несколько секунд достаточно подумать, чтобы увидеть и сразу принять решение. Я каждый день сталкиваюсь с сотнями проблем строительных. Вон у меня каждый день, 20 лет стройки подряд идут, да, и каждый день приходится за секунды принимать решение, потому что уже, ну, так сказать, так работает и мозг, и опыт, собственно. Так, теперь расскажу, перед тем, как непосредственно я буду смотреть ваши ответы, быстро ваши письма отвечать, сначала скажу, резюмируя. Смотрите, плодородие почвы – это богатство биологических процессов, это почвенные микроорганизмы, которые вы можете добиться как? Принести из почвы, из леса широколистного, из разных мест возьмите, из разных, ближе к оврагу возьмите, где, значит, такое отложение сносится с водопады, водой, да, потоками весенними. Возьмите из широколистных лесов верхние 5-7 сантиметров слой, где дубы, грабы и так далее. Ну, у кого что? У кого что? Осина, ольха, пожалуйста. Возьмите Байкал, там, Восток, поливайте по инструкциям им. Возьмите Эру, вот это какое-то уникальное удобрение, что я рекомендую, это сейчас просто сказка, что вы согласились на Россию, потому что, ну, там рынок, там совсем другой. Там прям взяли 3 чайные ложки, водоем, болото кинули, на следующее утро. То есть там темп размножения десятки раз выше. Кстати, значит, дальше смотрим, что еще. Черви, заведите культуру червя. Возьмите какую-нибудь, сделайте компостную такую же, защитите оцинковкой листами от буразубок, как разводческую маленькую ферму чем-нибудь защитите, тем же оцинкованными листами, там не важно. И формируйте, значит, туда перегной, очистки, отходы от вашей кухни, формируйте, значит, колонию этого, держите, не теряйте. Подсаживайте, будут поедать, но вы подсаживаете, будет у вас успевать размножаться. Значит, теперь. Далее, значит, кстати, что касается кротов, железная арматура, загнутая клюшкой буквы «Г», втыкаете в нору таким образом, только чтобы она держалась, чтобы и сверху железную банку ветер гудеть будет, резонанс будет передаваться такой через клюку, ну, где-то 10-12 меньше, и загнуть сантиметр на 30, изумительно помогает, ну, как вариант, да? С мышами, я говорил, чернокорень по периметру обсаживайте. Так, теперь, значит, плодородие почвы – это червь, бактерии и грибки микоризы. Но она дорогая, микориза, особенно белая акула, по-моему, фирмы,
переводе на русский, американской, где там до 50-60, они каждый найдет своего хозяина, свою корневую систему того или иного вида дерева, похожего, как они в природе жили, и они образуют эти связи. Кстати, нематоды спрашивали. Нематоды вязнут, когда мощная грибница распространяется у вас, да, вместе с корневостями растений, там вот эти вот мицелий настолько густо переплетен, что нематоды, есть даже видеосъемки, можно найти в интернете, они вязнут. Вот вам борьба с нематодой, пожалуйста. Уже, допустим, как вариант, да? Так, теперь, значит, сосновая хвоя, все может пойти, только не в первый год. Мульчировать можно сверху, небольшим слоем, так сказать, проблем нет. Она же разлагается медленно за счет вот этих содержащих смолы внутри и не даст никакого сильного подкисляющего эффекта. Ну, по крайней мере, если компостировать и на годы вперед смотреть, можно и хвою, и ветки хвойные, все это, значит, вот если под осень большую сделать кучу там зелени, там сено скосите, хвои, все что угодно туда, и зальете вот удобрениями, вот это Байкал, Восток, Эра тем более, накроете какими-то старыми деревяшками, чем не жалко, картоном там, значит, то, соответственно, у вас уже к весне аж пара зимой будет идти оттуда, пар просто, подходите, минус 20, а там пар, идет, все перегнивает, у вас прекрасный биогумус, это готовим сами, не летом называется, то есть учитывать год будущий. Эру покупать, значит так, давайте, чтобы про это не говорил, ко мне в блог yufralov.ru зайдете, левая колонка главной страницы, там как раз про удобрение, уникальное удобрение, эра, там что-то такое, ну, найдете. И там зайдете, все поймете, прочтите. Кстати, обязательно посмотрите испытания в Казахстане на хлопке, на кукурузе, то есть чтобы видели, что это не просто так, там есть такие ссылочки, можете открыть. И потом вы увидите, как можно там у нас это купить, потому что, ну, только мы его и, значит, продаем здесь, значит, договорились с теми, кто поставляет, наши изобретатели, но поставляют в Китае там и так далее. Так что про это я ответил вам уже. Так, значит, так, что... Так, я не буду отвечать сразу, не обижайтесь, на все вопросы, сами понимаете, я не отвечу, я буду избирательно. На то, что я либо быстро смогу ответить, но важно, то есть вот так вот, значит, так. Сидираты можно, конечно, та же самая горчица, овес, значит, используйте. Опять-таки, она для чего в основном? Ну, азот с почвы возьмем, то есть это азотофиксирующие бактерии, чтобы азотом богатить, для разрыхления. Потом это перекашивается, сгнивает, и ходы с корневой системой, воздух заходит в глубокие слои почвы. Для этого обычно это делается, ну, в основном. Но если у вас червь, богатый почвой червем, высокие грядки, можно даже сидираты не сажать. А достаточно толстым слоем опять сено, соломы там положить, и, так сказать, все будет в этом плане великолепно. Значит, так. Значит, запомните, очень многие, как грибки, так и, значит, колорадский жук даже не может пробиться личинки, если толстый слой с осени спрессованной соломы полуперегнивший, а сверху, когда луночки вы выкапываете, сажаете клубни, они только выросла картошка, а вы сразу соломой толстым-толстым вокруг слома, даже если есть колорадский, то его меньше. И также любые паразиты, ну не паразиты, насекомые, вредители, они хуже проходят через толстый слой, тем более щипы, например, да? Значит, ссылку на сайт, ну, в Яндексе, Фролов Юрий Андреевич, либо кто-нибудь сейчас даст, yufralov.ru сайт. Так, теперь, вот, я искал, про дешевый спанбон. Значит, так, теперь агропленки вот эти есть специальные у них. Обратите внимание, там химических веществ, я узнавал, сегодня мне прислали разные сертификаты, я, например, сейчас в Питере заказываю много. А теперь давайте цену назовут. Я прям по телевизионному одному каналу смотрел, садоводческому. Вот, знаете, такой 6 метров длиной, что-то 1200 рублей, такие кольца тоже из ПНД-трубы, да, продают сшитые, вот этот спанбон. Причем там, я боюсь, вообще там 18-е, 20-е, то есть мелкое, пористое, такое, неплотное. Вот, а теперь считаем, сколько там метров квадратных. 6, развернем, допустим, если даже 3 метра, 3,20 есть такие рулоны, 3 на 6, 18, с торцами 20 метров, и трубки. Трубки рублей 100 стоят, вот то, что там, сколько у них площадь, ну пусть 200. И вот это сколько, они продают за 1200. А теперь ткань, давайте посчитаем, которая 40, вот эти микрон 40, они, значит, 6 рублей 30 с чем-то копеек. А 9 рублей с копейкой, это который 60, это уже, так сказать, на лет на 6 хватит, на 5. Но она, правда, меньше света пропускает, имейте это в виду. Так вот, вот теперь считать 30 на 6, там 200 с чем-то, ну 300 рублей, 350 вам обойдется, так сказать, вот это, а то, что продают очень дешево в интернет-магазин за 1200. Нормально, да? Вот таким вот образом. Так, трава в бочке должна быть... Да, в интернете найдите просто спанбонд оптом там, купите оптом. Скиньтесь с друзьями, знакомьтесь, если одному много. Я вам рулон там 400 метров, он 450 метров, 7800 мне выходит. Или 8, ну вы понимаете, да, что это такое?
Разница какая. Черные тоже там есть, которые вот накрываешь, чтобы лень, когда, знаете, альпийский там между грядьев, ну, допустим, или пахоты, чтобы не пахать, а на будущий год. Он, значит так, 400 метров стоит там 6 или сколько-то тысяч рублей, можно накрыть там это футбольное поле черным, нетканным материалом. Все перегниет, ну, хотите, так, пожалуйста, это тоже вариант. Теперь. Картошно посетить есть иногда занятия там у нас или какие-то, это на сайте можно посмотреть, а кто хочет к нам в эко-поселенцы, то есть, ну, соседи, ну, там, значит, задайте вопрос, напишите на почту, пришлем вам все данные, и вы посмотрите. Так, мою написали, теперь, значит, спанбону сказал, теперь, какое соотношение глины воды для маски досок? Значит, смотрите, нет, там два варианта, либо вы разводите, размешиваете либо миксером дрелью, либо там как хотите, чтобы она была как жирная сметана густая, и покрываете даже щеткой или кистью широкой, раз-раз, или щеткой, знаете, чтобы прям большую площадь сразу, легко, удобно, со всех сторон, шести сторон. Почему шесть? Потому что у каждой доски шесть сторон, не четыре, как вы понимаете. Торцы же тоже есть, чтобы не гнило. Ага, вот так. А можно взять кусок глины прям и, знаете, как воду макать и натирать, как пол, вот так вот. И это будет прям в структуру втирает еще лучше. В общем, еще раз вам говорю, у меня до трех вот есть строение, даже четыре года, которые косые дожди, и все идеально, доска, как великолепно. Значит, прозрачный водоем – это вообще отдельная тема. Я создавал и занимался очень серьезно водоемами, с тем очисткой воды в прудах, биофильтрами, там все технологии, знаю вообще все. Поэтому даже такой понику мне кто-то сказал, я говорю, ну, я за три дня сделали. Легко все это. Но я, это отдельное занятие. Я думаю, знаете, мы когда-нибудь по болезни, вот очень многие пишут, слушайте, я когда-нибудь сделаю занятие, мы, наверное, вот, Игорь, договоримся теперь по слизням. Золу посыпьте, ну, золу, им будет больно ползти по золе, больно. Ну, заведите, слушайте, пермакультура, вот, природное земледелие, если вы хотите сохранить природу, планету, свою жизнь здоровой, то жабы, придут жабы, серые жабы наши или зеленые, у кого как, кто-то Ленинградская область, там камышовые даже жабы, такой желтой полосочкой от мордочки к спине идет, красивые красавицы, и дети общаться с ними прекрасно, так сказать, вот такие, и они полезны, они слизняков едят, посетите, а уж перекапывать не будете, так и их бедных не повредите. А в южных регионах, честно, есть такие лягушки, в земле зарывают, Тульская область, Липецкая, там, кстати, и с медведками борются. Лягушек держите, жаб больше, они крупные, не лягушки, а жабы, они будут и жрать их всех, что вы, так сказать. Вот как раньше это все было, ну, так сказать, сейчас же у нас... Так, про почву, про грядок, открытый грунт, пирог почвы. А у меня разные грядки. Есть такие, когда мы, например, виноград или что-то такое требует много органики, быстрой, знаете, высокой температуры, вот, значит, весенний период, в осенний, чтобы дольше было. Это высокие грядки, так называемые. Значит, выкапываем часть, если глина или песок, закладываем древесину, Хольстер также делает. Потом чередуем такую рубящую, мощную какую-нибудь листву, крапиву и так далее с слоем дерновым, добавляем, значит, соответственно, какой-нибудь хороший слой, мелкие ветки, потом щепу с землей, где-то 1/3 щепы, 2/3 почвы, формируем уже верхний 30 сантиметров слой почвы, такой, как грядку возвышенную, и туда уже сажаем, ну, а дальше мульчируем ее, также закрываем соломой, и великолепно, значит, соответственно, так вот. Так, значит, так. В рубероиде, только если сажать землянику, дырочки в рубероиде не вредны. Рубероид я бы не стал. Все-таки то, что связано с нефтеперегонкой и там гидростеклоизол какой-нибудь, я бы не стал. Ну, панбон вот это еще можно, так сказать, да, но мульча хорошая, она все, так сказать, сделает. Вот. Очень, кстати, есть вопросы, я принципиально не буду отвечать, на которые другие спикеры отвечали. Ну, зачем? Медведка там, вроде же другие спикеры отвечали, поэтому зачем это делать, правда? Мох не всегда... На самом деле и плохо, вот так вот с выражением скажем, но защелачивайте почву, во-первых, защелачивайте, то есть можно посыпать сверху просто той же, значит, долбленным доломитом, ну, значит, известью немножечко, капельку, ну, вы считаете это плохо, ну, хуже растет из-за этого, я бы не стал. Значит, глина, да, но у нас глина очень такая тяжелая, что в Тверской, кстати, области, что вот здесь, в Псковской, она прям вот такая тяжелая, причем хорошо без камней, она прям вот берешь, дома, вы знаете, саманы строить, вот легкий саман, тяжелый саман, можно дома, стены строить, великолепная грунтовка, обмазка, как штукатурка, великолепная. Значит, ну, обычная, в общем, глина, можно уж совсем нигде. Про методы Орловы, конечно, с Орловым знакомы, и
комментарий, у него разные методики, есть, которые я положительно отношусь, есть, которые не совсем, скажем так, то есть, вот, ну, конечно, я знаю, и Хольстера лично знаю, он ко мне приезжал, ну, в Ржевский район, вот туда к нам, под Ржев, да, то есть я ему даже, кстати, показал один прием, вот я вижу, он про свое детство, как у него формировалось, я вижу прям себя, то есть у меня все так же было абсолютно, вот прям один в один у нас, я также использую тысячи приемов, использую в хозяйстве каждый сантиметр и почву, и все, и вот я ему даже про тритонов, интересно, как бизнес дунайских, которые у него в климате, они почти всегда в воде, из Молдавии такие там обитают, водные, красивые, большие, а водных чисто мало, они на берег вылезают, а эти почти всегда в воде. И для аквариумистики профессиональной он может разводить в своих прудах и продавать фирму Aquarium Glazer, немецкую его крупную, там он говорит, вот совет, благодарю. Значит, так, лягушки на севере, смотря где на севере, они тоже есть, есть почти везде. Слизни, разумеется, понятно, есть, но я вам еще раз говорю, дорожка из хорошего слоя, вот, значит, вот этого золы, она уже не даст. Берите слизни на баночке, вот меда чуть-чуть размешайте, или сироп топинамбур, или какой-нибудь, ну, я просто химией не пользуюсь, всякими там сахарами и прочими, поэтому вот пиво кто-то говорит, ну, я просто противник, я категорически не советую ни грамма алкоголя в своей жизни нормальному человеку не потреблять, потому что будете просто уничтожать из себя и мозг разрушать, и пример детям показывать, а миллионы, кто спивается, они же начинали когда-то тоже с первой граммы, это страшное дело, зло для нашего народа абсолютное, поэтому никакого алкоголя. Поэтому любой сладости, они туда бродить начинают что-то, они начинают залезать. Пользуйтесь эти медбанки, расставьте стеклянные вон туда, соберете их слизней, вон ферму по лягушкам заведете даже. Так, пырей, хорошая штука, пырей, значит, просто прополка и мульча, ничего потом не будет. Почва, смотрите, кислые растения, хвощ растет, кислые почвы, значит, защелачивай, чуть-чуть извести внесите. Естественно, зола, она щелочная среда, да, создается, поливаете этим. Поливайте той смесью, что я говорил, настоем трав и так далее, великолепно просто будет, великолепно. Да, пластиковый, нет, арматуры, чтобы, значит, надо... А привязка, да, у меня, кстати, сейчас, вы знаете, продается, что арматура пластиковая, это у меня там колышки там для электропастуха в свое время были такие, ну, пачка, и я ее, это вот, вы видели на кадре. А пластиковая арматура, возьмите восьмерочку какую-нибудь, она будет как вкопанная стоять, вечная, вот эта углепластиковая, да, копейки стоит, и вот вам колышки изумительные, сказка. Так, значит... Так, аэрировать воду, а вы знаете, вы, да, надо держать несколько бочек, одну, допустим, два дня, если с этим удобрением, с нашим, два дня, а можно так, ну, неделю, да, там, ну, три дня, четыре, уже можно эту воду использовать, вы же как, смотрите, воду сольете, еще залейте, пока, и еще пользуйтесь, просто добавляйте траву туда и добавляйте, вот и все, вот таким образом, ну, значит, ага. Да, если в мешки картошку, это, конечно, может сгореть, а древесина, грядки, когда, да, значит, смотрите, солнце греет, а это же термомасса, она же термоизолятор древесины, там уже не сожжете, вот, поэтому важно, чтобы почва была влажной и не выше, там, 30 градусов температура в почве, ну, 32, там, значит, а воздуха может быть и 50. Но только непродолжительное время, уж совсем, да, так сказать, ну, может быть, абсолютно может быть вполне. Кстати, зараза не будет, даже паутинный клещ при супержаре он не пойдет. Но когда идет, сбивайте водой его, химией, это можно, кстати, я использую хищных клещей, клещей покупаю, которые едят, только две культуры надо брать. Первый, который ест клеща взрослого паутинного, а второй личинку его, чтобы цикл сбить, вот это развитие. А можно плюнуть, сбивать вот этот ранец, компрессор, там есть батарейками, есть такой, накачиваешь рукой и поливаешь утром, так сказать, вот сбиваешь. Помогает, пик этот месяц сойдет, а дальше уже и не страшно будет. Можно и так. А то вот я даже с ботаническим садом говорил, тут, ну, у нас определенно есть там, вот, из Москвы. Они говорят, ну, а мы мучаем мышцы, мы химией травим. Я говорю, ну, я химией по-любому не буду, лучше у меня сдохнет все, я никогда химией не буду пользоваться. Поэтому все, что я делаю, вот все эти урожаи, вот вы видели, все эти листья, я никакой химии не использую. Значит, вот единственное, где я могу, мне какой-то дадут новые тропические там саженцы, я их отдельно держу, там вообще далеко, и там можно обработать, чтобы не было там того, сего, пятого, десятого, это да. Вот, да, благодарю, опыт действительно огромный, потому что темп, и, ну, раньше я вообще работал там по 20 часов в сутки, что все это, так сказать, и куча дел, да. Соломой почему? Можно мульчировать соломой, я же говорил, у меня ржаная солома, там из нее тюки делали. Так, как у вас гингобилобус, семена, ну, еще, да, не всю мы посадили, можно, еще хурму виргинскую можете купить, знаете, что это такое? Виргинская хурма, настоящая морфа северная из Канады, там особый морфа определенного региона, выдерживает до минус 40 градусов. Хурма, минус 40 градусов, легко, легко. Но это, вы знаете, сколько раньше было? В советское время при Сталине было 2-3 колхоза, я точно, 2 или 3, не знаю, один в Беларуси, секретные, ну, такие, как бы это сказать, они еще сохраняли уникальные
сорта, гибриды тропических растений, которые в нашей северной климатической зоне росли. Сотни видов. Это вообще сейчас на фантастику похоже, но это правда. Дело в том, что ледник не стер очень многие в Канаде виды. Значит, и у нас тоже было. Культивировали, адаптировали, вот как я. Гуаява вообще считается меньше минус 20, а у меня минус 5. То есть плюс 20 не растет. У меня плюс 5, она уже прекрасно растет. Второе поколение уже отлично. Третье вообще будет сказка. Так что все можно, все, всего можно добиться. Труба водопроводная. Так, это вопрос, что за пластиковая арматура? Не-не-не. Арматура – это вот то, что вбивается палка, чтобы изначально растение по нему шло, без подвязки. Что касается труб, это сотый диаметр канализационной обычной трубы, серой, только не красной. Красная такая более, не используйте, она уже ПВХ, поливинилхлорид, извините, хлор – это опасная штука. А вот это ПНД, который ПВД, полиэтилен низкого давления, там высокого, это уже используйте смело. Или клееные, которые на специальном клею, тоже пищевой полиэтилен применяют. Значит, так, прекрасный, да, ну, так. Юрий Андреевич, на секундочку прям перебью. Было большое количество вопросов. Просто они убегают очень быстро. Да. По поводу измельчителей. Что вы посоветуете? Так, слушайте, я боюсь сейчас вот у меня, я каждый вопрос, я действительно очень долго анализирую. Я человек, который, чтобы разобраться в вопросе и вот прям купить, вы знаете, желтый такой, как же он, то ли соло, соло, по-моему, как-то соло, вот такая фирма, а немецкая, значит, с четырьмя ножами. И я всегда беру, я говорю, дорогие друзья, менеджеры, дорогие, посоветуйте мне по-человечески, что будет ломаться? Какой расходник купить сразу, чтобы потом мне не мучились, они вот, вот прям, как правило, честно, или нож, вот человек как мотоблок, я говорю, два ремня возьмите, копейки, там подшипник говорит, такой-то возьмите, я говорю, спасибо большое, что вот по-человечески, потому что я буду хоть знать. Вот многие не говорят, вроде как последние, ну, лишние, там, не потратить, человек боятся, что, а это же совет, наоборот, за такие вещи благодарить надо. Поэтому берите ножи в комплекте и спросите, что там ломается, не очень хорошая техника, туда огромное количество вот этих ветвей мы перерубили, и, кстати, когда мы делали штукатурки для глиняного самана, домов, амбаров, у меня там построен в картошных, кстати, семинары по строительству, вот у нас тоже ценная информация, но это отдельная тема будет, это вот я по строительству советую сделать такой же семинар, кстати, напишите потом нашим уважаемым организаторам, вот Игорю напишите, а хотите ли вы сделать такую конференцию вообще по экологически чистому строительству и отделке, а? Это же вообще тема сказочная просто. Но в конце концов, среда, в которой мы живем, она и формирует наш уровень жизни, качество и значит, лет, сколько мы проживем. Потому что, значит, материал. Вот вы знаете, например, что Роквелл, извините уж так, вот материал все любят сейчас вот базальт использовать в качестве утеплителя. Фенол выделяет. Я вот знаю, потому что у меня есть один мой клиент, он сосед директора завода, который выпускает Роквелл. Я вам много чего могу рассказать очень интересного. Да? Чем заменить, как все есть, все под рукой, под ногами. Так что и сказка, какие можно дома построить. Ну ладно, значит вот, ну вроде как ответил, да? Или не совсем? Да, да, но там единственное, там был роторный и другой еще, какой тип измельчителя вообще лучше использовать. Понял, значит, да, роторный. Так, ну отлично, да, и у нас еще есть время на несколько вопросов, Юрий Андреевич. Я единственное, дорогие друзья, напомню, что у нас сейчас уже, по-моему, больше там 30 заказов. Под видео находится ссылка, сегодня и завтра вы еще можете, пока идет наш марафон «Огород от Адая 3», приобрести курс Юрия Андреевича, вот запись второго аграрного семинара. На сайте познакомьтесь, посмотрите те темы, которые там подробно разобраны. Вот сейчас вы сами видите, что даже в таком, так скажем, цейтноте, в таком темпе Юрий Андреевич быстро отвечает на вопросы. Представьте, что было там, когда это было все подготовлено, какой объем информации был дан на том семинаре. Ссылка находится под видео. Так, Юрий Андреевич, вам дальше, собственно, передаю слово. Да. Еще на несколько вопросов мы успеем ответить. Да, вот, да, значит, еще раз, про эру уже говорил, вы у меня в блоге найдете, там перейдете, почитайте все по ссылкам, все очень, изучите этот вопрос по эру и в розницу можете купить у нас, и не только оптом, а бочки оптом от 200 килограмм есть, которые для агрохозяйств применяются. И, кстати, берут, переходят многие сейчас на это. Знаете, как перемалывают солому, уже не сжигали, раньше сжигали, и сейчас сжигают еще солому после полей вот этих пшеничных. А если ее измельчить, пройти культиватором с бронить, а потом пролить вот эту эру, все, она там за зиму перегниет, почва прям цвет изменит, там пойдет расти, ой, а знаете, если замочить эру, вот сейчас чеснок замочили посевной сейчас, и вот он быстрее вырос у людей, чем озимый в Воронежской губернии.
Вот звонили мне недавно. Так что вот так. Грядки, значит, так. Ну, почему нет? Возможно, из поликарбоната, если вам, ну, да, там, старые или ненужные, или как-то обрезки вот это лишние, которые остаются, почему бы нет? Он где-то колушки воткнул, чтобы форму держал. Да, можно из них. Из стволов деревьев делают грядки даже, не обкаривают даже. Можно хоть и смоляную. Это не страшно. Она соприкасается с участком земли, но на закисление почвы не даст. Поэтому можно даже из бревен делать вот такой, как настил, если у кого-то это дешево. Кстати, каждому гражданину по закону полагается раз в 25 лет, там сколько-то, там 150, по-моему, кубометров древесины, то есть строевого леса для постройки, это не все знают, поэтому имейте в виду, и там еще какое-то количество раз там в 5 лет, так что вот, по законодательству, так сказать, можно даже бесплатно, значит, выбить это с районов, с местных администраций. Вот, про экостроительство пишут, вот я это, да, ну ладно, это вы потом напишите. А, так что в бочку, еще раз говорю, буквально через день, через два можно уже поливать этой водой, значит, при хорошей аэрации. Понимаете, чем больше кислорода, а бактерии живут, они огромный темп размножения, только такая, чтобы быстрее бактерии размножились, им надо кусать. То есть, если будет нерубленное сено, ну, трава, то это будет дольше. А вы часть, хотя бы одну десятую, мелко-мелко порубите лопатой, там, значит, и киньте туда вот такую охапку. И тогда, значит, бактерии еще быстрее размножатся, потому что мельче будут участки, кусочки той растительности, значит, которую они смогут сок вот выделить, легче, значит, начинать поедать это все дело, да? Так, значит, ну вот, да-да-да. Который пол. Так, что еще? Да, да, каждый человек, вот в этом инфопродукте, в этом, да, вот у кого простая там 5 соток до земли или 100 гектар, каждый, потому что там принципы, поймите, это вопрос масштабирования. Я даю там основополагающие вещи и сразу говорю, так, вы можете так, вы так, а вы так можете сделать. Такой путь, такой и такой. Поэтому там информация уникальна для любого человека. Каждый на ней, потратив вот эту вот сумму, он сэкономит в... Знаете, я всегда говорю так, и искренне, я честно, человек говорю всегда как есть. Вот и тот, и, ну просто экстраполирую, да, просто в масштабах. Вот у меня есть по экостроительству то же самое все, да, но там я говорю, если бы мне эти знания лет 10 назад дали, мне, лично мне, я клянусь, что я бы 1 000 000 или 2 000 000 рублей заплатил бы, потому что я бы меньше бы потерял на те ошибки огромные в моих масштабах там построить, которые были у меня сделаны. Поэтому это вот так вот. Значит, про муравьи очень хорошо сказали, про карандаш, дерево, значит, помазали, вот кто там, по-моему, Курдюмов говорил, ну зачем же, это же все есть, это вы уже видели. Я почему говорю, я не хочу говорить о том, о чем, значит, плюс к тому, если вы не будете под яблонями, как я перестал траву всю и десятки видов растений, как перестали мы их состригать, да, популяция муравьев, которые разводят тлю, уменьшилась там в 10 раз примерно. То есть, когда там лопухи, там это, сныть, все стало расти и так далее, значит, мы только вокруг яблонь большой плетняк вот такие взяли куски и вокруг ствола положили в 3 слоя. Он и только с прослоечками воздуха, он и конденсирует. Вокруг метра не растет ничего, не мешает яблоням. Значит, особенно, когда они маленькие, это важно. Почва всегда влажная, там конденсат, ну, перепад температуры ночью и днем, и там конденсат упадает, всегда увлажненное, не надо поливать вообще. И все, ты и наблюдаешь, все хорошо, а муравьи переключаются на другую, значит, конечно, то есть это вот как вариант. Это тоже как вариант, чуть-чуть будет, чуть меньше темп просто будет, но это немножко, вот это вот борьба, но ни химии никакой нет, да, соответственно. Есть там разные липучки, есть там варианты всевозможные, значит, там... Перец с чесноком развести, попрыскать там по стволу, кисточкой намазать с небольшим количеством значит, вот, клейстера, ну вот этого крахмала разведенного, да, там, значит, там и разные варианты есть. Так, конечно, без химии карандашей, я же говорю, я вообще не мажу, это я знаю, что есть такие методы, но я никогда не пользуюсь. Все, что я делаю без химии вообще, иначе бы это не было экологически чистое земледелие, а это принцип мой, естественно. Так, ну вот таким образом. Дорогие друзья, ну что, я думаю, вот у нас время с вами вышло, будем пунктуальны. Я хочу вас со своей стороны поблагодарить за ваш интерес к данной теме, вообще к теме земледелия, плодородия. Я надеюсь, что я дал вам важную сегодня информацию, за что вы мне будете, я надеюсь, благодарны. Пожалуйста, не поленитесь, напишите пару слов в чат, как вам сегодняшняя наша лекция, какой я дал вам объем информации, важность этой информации. Ну и я надеюсь, мы с вами не раз еще увидимся. Ну а те, кто захочет получить еще больше уже конкретные технологии от и до, от прям вот разжеванные, так сказать, и варианты и тысячи хитростей и приемов, вот это, пожалуйста, мой уникальный инфопродукт по данной теме. Я вам искренне по-человечески рекомендую. Ну, всего вам самого лучшего, дорогие друзья, и передаю слово Игорю. Игорь. Да, Юрий Андреевич, спасибо большое, что уделили время, что нашли время выступить за сегодняшнюю действительно интереснейшую лекцию. Вот
подпишусь под словами большого-большого количества наших слушателей, что действительно очень интересно и полезно слушать. А, дорогие друзья, также хочу отметить еще такой момент, что, да, вот слова благодарности уже побежали, их много очень в чате. Юрий Андреевич, вы обязательно потом их прочитаете.